парламентские выборы в Грузии, восход грузинской мечты и, как некоторые считают, конец того самого либерального чуда, который происходил при президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Для, соответственно, разговора мы пригласили экспертов. Прежде всего, я бы хотел представить тех, кто не знает, Буракову Ларису, экономиста, сотрудника Института экономического анализа, автора одной из самых популярных книг последних 5 лет «Почему в Грузии получилось?». Кроме того, сейчас должен подойти еще Ракашвили Александр, он немножко задерживается, и сейчас мы пытаемся установить скайп-контакт с нашим еще одним экспертом, так Филидзе Мишей, журналистом телеканала ПИК, членом Совета коалиции за европейскую Грузию. Человек, в принципе, либертарианских взглядов, но в то же время находящийся в оппозиции господина Саакашвили, насколько мне это известно. Меня зовут Бойко Сергей, я член либертарианской партии, как бы один из инициаторов от этих всех либеральных дискуссионных, либертарианских дискуссионных клубов, как и данного проекта. Теперь, собственно, давайте начнем нашу дискуссию. Первую, как бы, часть мы посвятим, почему же все-таки 1 октября 2012 года Михаил Саакашвили проиграл. Это является результатом усталости от просто действующей властной элиты, либо можно говорить о неком поражении вот этого самого либерального чуда в Грузии, о том, что основная масса населения в Грузии, соответственно, вышла против этих либеральных реформ, что она отказалась от них и вновь стала на путь к социальному патернализму, к этатизму, к более резкой, так скажем, даже неким элементам социализма. Вот. Либо мы все-таки имеем дело с, как бы, с таким вот важным этапом дальнейшего развития Грузии по экономическому пути, по дальнейшему развитию, так скажем, вот этих вот индивидуальных свобод. И вот начнем прежде всего, почему Саакашвили проиграл. Я попросил бы высказаться по этому поводу Ларису Буракову. Скажите, пожалуйста, сколько у меня есть времени, как у вас? У вас есть 15 минут. А потом вопросы-ответы? Да, потом вопросы, ответы, потом еще будет, ну, как бы это. Да, просто поскольку... Всем здравствуйте, спасибо, что пригласили. Поскольку я не очень... Этот джингл в начале речи. Мне кажется, что, конечно, информация о том, что происходило и прошедшие 7-8 уже лет, почти 9-10, о том, что происходило 1 октября, мне кажется, здесь все-таки много представлений есть, но мне все-таки вначале, наверное, надо сказать какие-то общие слова, какую-то предысторию. И раз говорим про парламентские выборы, предыстория начинается этого год назад, как ровно практически год назад, в октябре прошлого года, когда Иванишвили, тот человек, чья коалиция сейчас победила, собственно, заявила о своих претензиях на президентское кресло. Явился он из ниоткуда, потому что его никто не знал, ну, то есть имя такое знали, что есть такой благотворитель, но никто особенно его не видел. За предыдущую свою жизнь он один раз только давал интервью, причем это была газета «Ведомости российской» 7 лет назад. Никаких у него претензий на власть раньше не было, занимался он исключительно благотворительностью, именно благотворительностью, а не столько инвестициями. Денег у него действительно очень много, сопоставимо с бюджетом Грузии на сегодняшний день. Сделал он деньги в основном в России. Как сделал, это отдельная история, и мы пока вдаваться в подробности не будем. Вот. Но неожиданно, значит, он возник. Возник вполне, наверное, в такое оптимальное время для себя и для тех людей, которые в результате стали его сторонниками, потому что на тот момент в Грузии вся оппозиция, которая более или менее была представлена в протяжении 6-7 лет, друг с другом переругалась, перессорилась, совершенно потеряла свой политический капитал, и основные там действующие лица, как Нино Буржанадзе, или, ну, в общем, такие, которые были на устах и на глазах, и на виду до этого, как бы совершенно потеряли свое политическое будущее в стране, и тут вот возник совершенно какой-то новый герой с большими деньгами, с большими финансовыми возможностями, которые он вполне щедро тратил до этого и продолжает тратить на грузинское население. Соответственно, он возник так
как принц на белом коне, и в лице которого многие увидели вот свое спасение. Можно даже это так эмоционально произносить, потому что действительно выборы в Грузии сейчас носили больше такой эмоциональный характер, нежели чем какой-то расчет или какой-то осознанный выбор, не побоюсь этого слова. А почему же все-таки произошло то, что произошло 1 октября? Я не считаю это на самом деле проигрышем Саакашвили, потому что, во-первых, у него 40%, это очень-очень немало. Надо помнить, что на протяжении, значит, всей своей предыдущей политической жизни он проводил радикальные болезненные реформы, которые для всех были очень чувствительны, для большего количества населения, чем 40% были болезненные. За него, тем не менее, проголосовали. За него, за его команду, за его повестку дня. А у Иванишвили 55%, что, конечно, очень много, но надо опять-таки понимать, что это все-таки коалиция, это не партия. В его коалиции был момент, была ли когда-то в Грузии именно идея расширения индивидуальных свобод. Свобода экономическая, вне всякого сомнения. Как показали последние парламентские выборы, свобода, оказывается, есть еще и политически. Почему оказывается? Потому что, как бы не хотелось там идеализировать, опять-таки, ситуацию в Грузии. Но вот до этих парламентских выборов я сама была, ну, то есть у меня не было ощущения, что может произойти то, что произошло. И мне кажется, это будет, наверное, более комфортно существовать в стране, в Грузии, а не в других странах, чтобы тем самым вот повысить свою конкурентную способность. Но понятно, что для формирования вот этих хорошей экономической среды для бизнеса невозможно не формировать какие-то правовые институты, да. Это, понятно, и связанные процессы, но они просто более инерционно, мне кажется, и это вот так вот легко изменить нельзя, как это было сделано с экономикой. Так что поживем увидим. Вот. Мне кажется, все-таки имеет смысл задавать вопросы, потому что говорить я могу очень долго, а я не могу понять конкретно, что вам интересно и чем могу быть полезна. Поэтому давайте, если есть вопросы, давайте, мне кажется, в таком формате. А, давайте, у нас как раз вот 15 минут истекло. Я поэтому попрошу задать вопросы на понимание, и там Ларисе, а потом мы перейдем, дадим слово второму нашему эксперту, который подошел, Александру Ракшилисту. Пожалуйста. Только представление? Да, конечно. Арсений Мамедов, Институт Гайдара. Вот как, на ваш взгляд, просто мы с коллегами как раз в августе тоже были в Грузии, правда, первый раз, поэтому были такие как бы впечатления, как бы первые, безусловно, я думаю, что у вас более глубокие такие впечатления о Грузии. Вот интересно, как, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что вот в этих выборах, условно говоря, соревновалась либеральная идея, и более популистские идеи грузинской мечты. Почему вопрос такой возникает? Потому что мы вот общались кое с кем из экс-участников правительства Саакашвили. Я даже знаю с кем. Вот. И они, как бы, вот человек говорил, что я, к примеру, не понимаю, как бы, вот, текущую вот программу, текущее, как бы, некоторые заявления представителей правительства, потому что зачастую создается, у нас создалось впечатление, что, условно говоря, грузинская мечта говорит, что мы там построим там-то заводы, дадим денег столько-то, ответ правительства Саакашвили, мы сделаем то же самое, но лучше, технократичнее, поскольку мы уже, у нас больше опыт. То есть зачастую вот, вот такой как бы сдвиг в популизм, он явно ощущался. И вот, соответственно, вопрос в том, что выбирало ли население, нам даже не совсем было понятно, например, почему не была построена компания, например, именно на пас, с точки зрения того, что, например, вот посмотрите, какие были реформы либеральные, например, какие все-таки результаты действительно достигнуты, тем более, что ну, даже адекватная, скажем так, часть оппозиции признает, что положительные моменты есть и достаточно много. Почему как бы не было действительно именно вот на основе вот этих как бы, идей либеральных реформ построена программа, а скорее вот как некий ответ на популистские идеи оппозиции, и скорее тоже вот сдвиг такой достаточно, чем дальше, тем больше, в сторону популизма. Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, надо начать издалека. Когда были президентские выборы в Америке, на которых победил Обама, я помню эти кадры с прямой трансляцией, когда на улицах людей спрашивали, рады ли вы или нет, и женщина со слезами на глазах говорила, я так рада, наконец-то мы перестанем платить за, значит, за здравоохранение, за страховку и так далее, и так далее. Да, это Америка, что уж говорить, богатая, цивилизованная и выращенная, собственно, институтом. Институционализированной свободы, да? А это Грузия, бедная страна, постсоветская страна. И очень мало времени прошло, чтобы люди ощутили, может быть, действительно, как
как бы, эффект от тех реформ либеральных, которые проводился. Поэтому, конечно, напирать на либертарианскую или даже либеральную повестку в президентской, ну, в любой предвыборной кампании было бы в первую очередь просто нерационально. Да? Если есть часть населения, которая это воспринимает, это понимает, то это даже далеко не те 40%, которые голосовали за Саакашвили, это гораздо меньше. А, во-вторых, что касается вот, противопоставления Иванишвили и Саакашвили, оно скорее было не вот в том ключе, в котором вы это упомянули. Потому что, во-первых, Иванишвили никогда не формулировал, что мы построим тут заводы. Это, когда он пришел, и, собственно, его программа это исключительно популистская, исключительно редистрибуционная, как сказать, распределение, да, исключительно эта повестка дня и больше ничего. Более того, там у него, когда проходил митинг, раздавали всем такие флаеры, на которых было написано: «Напиши свою мечту, до 1000 лари мы реализуем». Да? Ни о каких там заводах и речи быть не может. Его программа написана на его сайте, это фактически, значит, как это, собрать, раздать, поделить и больше ничего. И когда он пришел, он тоже заявил первым делом, да, отменим трудовой кодекс, антитраст вернем, цены понизим, страховки всем бесплатно. Ну, то есть чистой воды социализм, построенный вот как по примеру того, что он сделал у себя в деревне. Поэтому как бы Саакашвили и его команда, когда, во-первых, они только увидели вот эту угрозу в Иванишвили, когда он проявился год назад, с его огромными финансовыми возможностями, в первую очередь, и мне кажется, до последней, собственно, они пытались бороться именно этими же инструментами, когда они раздавали эти ваучеры на не ваучеры, а вот эту мечту до 1000 лари, собственно, национальное движение в свою очередь сделало такие же аналогичные предложения и говорит, что мы раздадим всем ваучеры на 1000 лари, и потом нас может стрелять. Слава богу, они теперь от этого отказываются, говорят, что у нас бюджета не хватит, чтобы это сделать, и адекватные люди какие-то еще там есть. И они сами понимают, что это был популизм, и понятно, когда идет подкуп, он идет со всех сторон. И напирается на то, что граждане, будьте образованнее, когда гражданам есть, не особенно есть что, и безработица там под 15%, это не очень правильно, политически неправильно. Вот. А насколько правильно, эффективно и экономически будет то, что делает Иванишвили, и люди, собственно, увидят, когда то, что он будет это реализовывать, мне кажется, что не все так печально, как кажется сегодня. Потому что, ну, мы-то сами знаем, что это не работает. Что рано или поздно этому придет конец, и все это увидят. Более того, то, что сейчас уже происходит, мне кажется, уже, наверное, половина из тех, ну это я уже так утрирую, шучу, но половина из тех, кто голосовал за Иванишвили, наверное, уже начинают так думать, что же они сделали, да, я не знаю, следите ли вы за новостями, но там совершенно какие-то фантастические вещи происходят, но никто не мог предположить, что это будет происходить так быстро, да, когда на следующий же день там ограбили банки, чего не было вообще никогда, да, появились карманники в автобусах, чего уже люди просто забыли, они оставляют машины открытыми и вообще чувствуют себя очень комфортно и ночью, и днем, и когда угодно, а тут вдруг какие-то кражи, автомобили тоже, там автомобильные кражи были. Более того, вот совсем вот вчера Шуфутинский приехал туда с концертом. Это нонсенс какой-то, вы знаете, может быть, это звучит как-то странно, но когда Саакашвили приглашает там Хосе Каррерас, там Пласидо Доминго, ну как-то вот это просто разрыв какого-то шаблона. И может быть, кому-то нравится, то есть, конечно, кому-то нравится. Есть вот та группа людей, которые голосовали за Иванишвили, они точно очень порадуются такому приезду, но все остальные видят, что-то не то, как-то вот хотелось чего-то другого, а тут бац, и так все быстро возвращается к тому, от чего они так вот быстренько выскочили. И, конечно, еще все будет еще хорошо, мне кажется, в любом случае. Так, еще, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Да, можно, Ларис, чуть-чуть подробнее, что он сделал у себя в деревне? А, что он сделал в своей деревне? Да, это Иванишвили. Иванишвили сам родом из маленького села Чорбила в Сачхерском районе. Это вообще забытое Богом место. А он, собственно, оттуда уехал в Россию, сделал деньги большие, и после революции рос, вернулся обратно себе в страну и решил тратить эти деньги. Ну, там по дороге построил, инфраструктуру все создал, особенно тогда, когда еще у государства не было достаточных средств, чтобы это делать. Сейчас Грузия начинает обновляться и в других местах. Но до Чорбила, может быть, бы этого бы еще и не дошло бы в таких масштабах. Там, значит, он это сделал. Построил, обновил дома, покрыл людям крыши черепицы. И более того, там такая интересная история была, значит, я не знаю прям всех, конечно, подробностей, но рассказывают. Так что, значит, сначала покрыли черепицы дома вдоль дороги. Ну, как-то там.
решили начать. И погрели такой хороший современный черепиц, по-моему, красного цвета. Или наоборот, зеленого цвета, еще что-то. Оставшиеся дома уже начали крыть позже, и какой-то немножко другой черепиц и красный цвет. Ну, народ взбунтовался. Говорит, что такое, им зеленый, а нам красный. Давайте нам тоже, да? То есть, ну вот это социализм действий, да, то есть людям и так как бы бесплатно сюда. Более того, там, кстати, это очень интересно, вот значит, в Грузии была проведена реформа вообще в целом и здравоохранения, и соцобеспечения, и такая одна из основных деталей этой реформы, то, что была создана система, определяющая нужды, как бы, ну, то есть финансируются фактически наиболее нуждающиеся, а не там не по возрасту или по каким-то категориям люди, да, то есть такая система оценивания твоего вот, положения, да, то есть, например, если ты бедная старушка, но тебя соседи тебе помогают, приносят тебе масло, там, яйца и хлеб, то, в принципе, у тебя еще нормальное положение. Есть кто-то, кому это не приносит, да, и даже если формально доходы там или пенсии одинаковые. И вот эта вот система, которая, в принципе, Мировым банком признана одна из лучших в мире, Иванишвили ей пользовался, чтобы финансировать наиболее бедных людей вот и у себя в районе, и в других местах, да. Так что у него, конечно, было партнерство и сотрудничество с властями в каких-то моментах. Не, на самом деле он действительно и властям тоже помогал, он деньги давал, особенно на начальном этапе. Это не то чтобы сильно много, но на тот момент это было критично, когда денег вообще не было, он давал даже на зарплаты госсектору. Но в других местах тоже какие-то на какие-то проведения каких-то там отдельных проектов давал деньги. Но у него действительно подход такой очень социалистический, вот исключительно все на халяву. Он пришел один раз, вот мне рассказывали о том, что пришел с предложением построить парк аттракционов для детей рядом с Батуми. Говорит, хорошо, да, пожалуйста, там вот земля есть, все отлично. Он говорит, ну, с одним условием. Я хочу это сделать, чтобы это было бесплатно. Ему говорят, слушай, ну давай один лари поставим, но все-таки мне нельзя же, люди же ну, должны платить, хотя бы приучить. Нет, вот бесплатно. Ну, как-то там он уж уговорил сделать бесплатно. Там чуть до датки там не дошло, до смертей детских, когда открывали этот парк аттракционов. Вот, так что в селе там, конечно, хорошо, и все захотели жить так же, как и в этом селе. Чтобы стиральные машины давали, холодильники, за медицину у него в селе не платят, за образование он всем оплачивает. Такой местный шейх. Андрей. Да, у меня вопрос такой, Виктор. Представляю. Шальных Андрей, представитель Ветеранской партии России, кандидат в Координационный совет оппозиции. У меня такой вопрос, некоторая параллель с Россией. Вот мы там спорим часто с Левым фронтом, я в частности с Ахниным как-то спорил и говорил, что вы не выиграете, потому что вы не сможете быть большими популистами, чем Путин. Потому что в оппозиции, ну, тяжелее быть большим популистом, потому что Путин свой популизм может подкрепить федеральным бюджетом. А вот тут получилось наоборот, у оппозиции получилось быть большим популистом, чем власть, который как бы у власти все равно, и у Саакашвили бюджет больше ресурсов, чем у Иванишвили. В чем тут могут быть причины? Ну, я на самом деле сомневаюсь, что у власти больше ресурсов, чем у Иванишвили. Власть же не может весь свой бюджет пустить на кампанию, Иванишвили может. И, ну, собственно, власть не может подкупать население так очевидно, как это делал Иванишвили. Иванишвили может. У Иванишвили есть несколько телеканалов, которые вещают на всю страну. То есть, как бы говорить о том, у кого больше возможностей, но это еще большой вопрос. То есть, хочется нам верить, что есть какой-то административный ресурс у правящей партии, но вот как жизнь показала, что деньги решают все. Вот. А что касается популизма, ну да, конечно, сложно. Тут правда, не совсем понятно, о ком ты говоришь, оппозиция в данном контексте, оппозиция нынешняя или предыдущая, но в любом случае, конечно, сложно соревноваться. Но мне кажется, предыдущим как бы властям сложно было соревноваться в популизме с Иванишвили. Это, но я не могу, опять-таки, я не могу назвать это ошибкой. Это вполне естественно, что политики в первую очередь они хотят нравиться людям. Что нравится людям, в особенно в бедной стране, когда им дают деньги, когда им дают обещание, что все будет хорошо. И Саакашвили сам пришел к власти, вот за него проголосовал народ, потому что он когда был там кем, главой ЗАГС собрания или еще же, ну, фактически там в Тбилиси руководил, он покрыл крыши, опять-таки тоже, крыши людям. Ну, у них протекали просто крыши в Тбилиси, он им покрыл, и они им благодарны были. И призывать их, значит, к каким-то более высоким материям, что нет, давайте живите самостоятельно, воспитывайте себе индивидуализм и, значит, оставляйте этот советский патернализм в прошлом, ну, это не так не работает, как бы нам не хотелось вот, людей призывать к этому.
Жертв. С могилы Дмитрия. А команда, которая пришла с Венишвили, он уже обозначил там, кто будет руководить министерством в его кабинете, принципиально отличается от той команды, которая работала вместе с Саакашвили. Бюрократическая система в Грузии изменилась настолько, чтобы пришествие новых руководителей не повлекло за собой смену всей структуры по вертикали вниз дальше? Или это означает, что за министрами полетят головы заместителей, заместителей более низкие бюрократические аппараты, и из-за этого произойдет бюрократический коллапс в стране? Ну, коллапс, конечно, не произойдет, ну, как бы, все-таки не все настолько печально, но в любом случае, какой бы система бы ни была до этого, или какой бы идеально ни была, конечно, когда министр приходит, это в его компетенции, там, уволить своих сотрудников, если он считает, что он не может с ними работать, да, и набрать кого-то нового, что, собственно, было сделано, когда пришла команда Саакашвили. Но то, что фигуры действительно противоречивые и очень странные, это факт. И не только то, что вот сейчас по последним данным Канделаки предложили пост вице-премьера, что вообще крайне... Там как Каладзе футболист тоже. Как Каладзе, да, но ладно был бы хотя бы он министр спорта, так нет, ну, да. Министр, да, там по региональному развитию, как-то да, странно. Да, да. Не, ну может быть он очень хороший специалист, не надо так предвзято относиться к людям, да, давайте дадим им повод проявить себя, но... То, что странно, определенно то, что есть часть людей, которые были так или иначе связаны с правительством Шеварднадзе, и вот это здесь действительно несколько так просто... Эти люди просто не могут быть встроены в ту систему, которая была создана. И все-таки мне хочется верить, что вот эта система новая, критическая масса за ней, не за теми новыми людьми, которые придут и что они переделают, да, но она придется переделать иначе очень многое. И придется вот действительно рушить все, и все-таки мне хочется, понимаете, не найдет сейчас ни одного человека, который вам точно скажет, что будет, да? Потому что еще там 30 сентября никто не мог вам точно сказать, что произойдет 1 октября. То же самое сейчас вот мы все вот следим, интересно, но уверенности нет ни у кого, что там может произойти. Но вот как я себе вижу эту ситуацию со стороны, что все-таки система сама переварит так или иначе, не без потерь, не без проблем, не без откатов, не в плане денег, а в плане назад. Хотя кто их знает, может что-то там будет не очень. Но откаты тоже будут. Ну, знаете, давайте доживем до этого, потом будем обсуждать. Но вполне естественно, что, конечно, это сейчас так как-то больше вот действительно тоже опять-таки эмоциональное решение назначить этих людей всем сестрам по серегам из коалиции, но жизнь надо жить не в мечтать не вредно, но жизнь-то приходится в реальном мире. Да? Так что нет, я думаю, что все будет не так плачевно. Коллеги, теперь мы предоставим слово следующему нашему эксперту Виашвили Александру, преподавателю МГУ, кандидату экономических наук. Пожалуйста, Александр. А у нас мы как бы с Ларисой начали обсуждать вопрос, почему же все-таки Михаил Саакашвили со своим либеральным чудом, как мы это либертарианское чудо, как мы это называли, почему он проиграл эти выборы? Что ему не хватило? Вот Лариса нам поведала о популизме с той и другой стороны. Ваше видение этой ситуации и, соответственно... Ну, во-первых, во многих вещах тяжело не согласиться с Ларисой, потому что сам по себе, что популизм лучше, чем либеральная действующая политика, ну, просто тривиально и опробовано там столетиями, ну, там, с 17 века. Это во-первых. Другой момент, что я вот на что хотел обратить внимание, я не очень согласен с тем, что проблема проигрыша того, что Грузия бедная страна. Вообще-то говоря, собственно говоря, я вот опять-таки пример США покажу, что даже в богатых странах это тоже работает. Мои очень многие знакомые, вполне образованные, не входящие в обиженный класс, да, если такой потерял, которые в принципе нормально живут, имеют соответствующую какую-то карьеру, все, они тоже голосовали против Саакашвили. И когда моя родная страна мне говорит, слушай, ну ты вообще как? Она мне говорит, ну так он же это сделает вот так. Она говорит, ну он же Саакашвили должен же и так это сделать. Знаете, какая штука, жизнь проходит и хорошее легко забывается. Они воспринимают это как вот, само собой разумеется, а как же он не мог побороть коррупцию? Разве что, кто-нибудь другой там не поборол коррупцию? Как же можно воровать? Никто же не ворует. И вот эта идея очень важная. То есть они забыли, а потом, когда слово за слово,
дискуссия сейчас между брат и сестрой там не сдерживается обычно. Она говорит, вот смотри, говорит, вот там, говорит, того-то там убили, там, того там, как-то так. И как вроде бы спорить нечего. Как в той мере, которой можно информацию обладать, только если там с открытых источников, ну да, пока не точно то, что это не было идеальным, чистым делом, ну, наверное, да. А, но я говорю, ну хорошо, я говорю, но с тем же успехом можно сказать что-нибудь о другом человеке, да, то есть об обоих стороне, там куча плохого. А сами говорит, ну как, ну надоел. И вот это очень показательно вообще мышление, потому что совсем правда надоел, да. И ну, Бедукист, по-моему, говорил, да, что там мы выбираем, мол, типа не там, из одной программы, другой программы, а что там, выбираем там из того, там, свободы или свободы. Люди так не думают. Большинство людей, они вполне себе. Да, беднота, они говорят, что да, у нас там будет какой-то газ бесплатный, что-то он обещал. Но, собственно говоря, Кэти Иванович в этом смысле очень похож на Обаму, у него есть очень электорат такой жесткий, который никогда бы не проголосовал за Саакашвили. А у Саакашвили не было такого жесткого электората. Ну, там убрал какое-то минимальное количество людей. Собственно говоря, у него есть электорат, который, в принципе, легко может быть перетянут. Никогда не проголосовал за Саакашвили. Все, кого уволили. Все, которые просто по жизни его ненавидят по разным причинам, там кто-то кого-то отняли, какие-то беженцы, которые вот сейчас самозахват был на этих территории, их спрашивают, ну, что вы делаете, говорят, ну вот все, мы Саакашвили нам ничего не дал, но сейчас вот его ничего нам даст. Вот поэтому они увидели, что власти не цветовой захватывать какое-то здание, потому что, ну как вы, вот. Да? И, соответственно, ну, все аутсайдеры, естественно, да. А потом есть такие слюты очень хорошие. Обычно люди в богатых странах, они счастливее, чем люди в бедных странах. Но вот когда страна становится богаче, относительно богатая страна, становится богаче, люди не становятся счастливее. Потому что счастье, конечно, зависит от того, насколько ты богаче своего соседа. И как бы не были совместимы эти исследования, он показывает, что вот этот разрыв, который неизбежно образуется, да, он очень значим для людей. Они смотрят уже не на то, что да, у меня там свет есть, газ есть, у меня не воруют, я стал богаче, у меня работа хорошая, и там перспектива хорошая, и школы хорошие, и все классно. Но вот это сволочь, вот он сделал чего-то там. В таких очень много. В итоге получается, что с одной стороны есть такое как большое количество людей, которые в принципе против, что они там аутсайдеры сами по себе. И есть люди, которые малейшие какие-то сдвиги, они уже меняют их позицию. Поэтому это, в принципе, это было неизбежно. Собственно говоря, вот тоже предыдущий выбор, если мы посмотрим, оппозиция, которая какая-то вообще ужасная тоже была, да, там неадекватное прошлое до Иванишвили, она проиграла фактически не потому, что ее не поддерживали. Если мы посмотрим, там же очень долгая была борьба с избирательной системой, потому что правящая партия Саакашвили всегда отстаивала большую долю мажоритария в парламенте. Вот у них всегда был перевес в мажоритариях. Даже в день выборов они говорили, что мы выиграем по мажоритариям, потому что они были уверены, что мажоритарий точно выиграет. И тогда у них будет какой-то минимальный перевес в парламенте. И фактически вот эта система была заточена под сильную сторону правящей партии. Потому что если бы этого не было, очень вероятно, что власть была потеряна еще до. Если бы, конечно, выборы были более-менее честные. Поэтому то, что произошло, ну, это просто неизбежно. Просто появился какой-то больше ресурс, большая активность, еще больше какое-то недовольство и так далее, и вот результат. Поэтому это вполне закономерно, как это не было бы ужасно, но да, и кстати говоря, опять-таки, когда вот мы начали коллапсы и так далее, я звонил и хитрый, говорю, ну как, я говорю, твой министр, давай, я говорю. Не, ладно, говорит Каладзе. Он говорит, вот зато вот там какой-то министр здравоохранения очень хороший назначили. Я говорю, откуда ты знаешь, что хочешь? Ну, да, вроде какой-то врач хороший, что-то там. Вот. Поэтому даже вот ситуации, когда Шуфутинск, я думаю, подумаешь, Шуфутинск, люди захотели, и вот ответ будет такой. То есть люди по-любому будут искать до последнего что-то хорошее в происходящем. Да? Ну, Каладзе там зато там этот, то есть, ну, приедет там Гаделаки, зато там еще что-то хорошее произойдет. Зато в России будет летать. Да, зато в России будет летать. Потом вино можно будет вести. Там куча всего хорошего можно найти. Да? И
Это же такой хороший психологический вообще, если изученный факт, что люди всегда оправдывают собственный выбор. Да? Какой бы он ни был ужасный, например, или бы ни был глупым. Это пара, да, времени, да. Нет, некоторые очень упорствуют. Можно я, или у вас не принято? Нет, да, пожалуйста. Я просто забыла сказать, что ну, самое важное. На самом деле, я не говорила исключительно, что, может быть, это так сложилось впечатление, что вот только неимущие голосуют за Иванишвили, да, а все остальные там не при делах. Нет, это просто, это важная, конечно, часть, но она не единственная. И часть обиженных тоже важная часть, но тоже не единственная. А, обиженные все уволены, да, там... друзья и родственники уволенных, плюс еще заключенных очень много стало, и, соответственно, их родственники тоже не могут быть очень лояльны к уже, не знаю, какой власти Саакашвили, нынешней, прошлой, как ее называть. Большое количество есть групп, которых Иванишвили под собой объединил. Да? Это, в принципе, и интеллигенция, которая всегда была против Саакашвили, потому что он армянские корни, потому что он не из интеллигентной как бы, семьи, не из вот этой тусовки, а вдруг не поймет откуда, и тут наводит свои порядки. Интеллигенция всегда была против него, в Тбилиси практически всегда голосовали против национального движения, а Иванишвили их всегда поддерживал, он всегда давал деньги там, театрам и кино и так далее, поэтому тоже это его группа очень сильно. И молодежь в эту кампанию особенно я так отчетливо проявилась, то, что просто они выросли в другой стране. Они много чего не видели, не помнят, им не с чем сравнивать. А зато они очень часто видели вот эти одни и те же лица, там, Саакашвили, Булава, и все, ну, то есть все одни и те же лица, только немножко так тусуются, может быть, с позиции на позицию, и захотелось им чего-то нового. Ну, такие горячие ребята, флагами помахать хорошо, футболки поносить, синенькие. Вот, так что так получилось, что Иванишвили просто появились очень четко выраженные группы, которых он под собой объединил. И объединил именно фигуры Иванишвили. Другой какой-либо оппозиционер их не смог бы объединить, не имея такого финансового ресурса. Все, что сейчас Иванишвили сделал, он и купил и население, и купил, собственно, политических себе союзников. Но то, что они разругаются, это вне всякого сомнения, да, потому что, более того, вот, мне кажется, все-таки это тоже важный момент. Это не только мои какие-то конспирологические теории, но вот если посмотреть, что произошло и что происходит, такое ощущение, что у них не было плана побеждать на выборах. Это создалось не для этого. И тут уж можно, конечно, много всяких фактов добавлять. Вот это я точно не люблю там видеть везде российский след. Но если так посмотреть, конечно, объективно, что кавказские учения вообще-то не случайно происходят накануне выборов, да, и там армия активизируется и так далее, и там подобное. И то, что люди начали выходить на улицу. И когда сразу после объявления предварительных там результатов стало понятно, что Иванишвили выиграли, когда начали спрашивать, хорошо, ваше назначение, ваши действия, что вы будете делать? У него ни на что не было ответа. Он говорит, ну, подождите, нам надо обсудить, нам надо подумать. У них не было никакого плана действий. Ни одной политической партии, мне кажется, здесь мне не дадут забрать. Вы уже, наверное, все там посты поделили. Вы знаете, что вы будете делать, когда придете, да? А тут огромнейшая коалиция, они не знают, что они будут делать. То есть какая у них была задача? Ну, то есть как вот по логике вещей. Значит, объявляют результаты, небольшой перевес Саакашвили. Они, конечно же, все недовольны, выводят своих сторонников на улицы. Сторонников много, сторонники горячие. Начинается вот эта вот буза, которая происходила в 2007 году и в 2009 году. Значит, власть нелегитимна, ее надо, там, не знаю, что с ней сделать, позвать Россию помочь и так далее, и так далее. И, собственно, вот на этой вот волне прийти к власти. Потому что, более того, когда Иванишвили, значит, уже победил, когда уже понятно, что у него преимущество в парламенте, он все равно вышел и сказал, пусть Саакашвили подает в отставку. Ну это вообще, ну как бы нонсенс, да? Тебе зачем? У Саакашвили остался один год. Тебе что от него требовать отставки? У тебя большинство, ты можешь делать все, что угодно. Да? То есть это... Потом он, конечно, немножко быстренько взял свои слова обратно и сказал, ну я вообще-то не это имел тут, ну ладно, пусть посидит. Но как бы очевидно, что у них какой-то выработанной тактики не было. Это говорит о том, что они не собирались побеждать на выборах. Они собирались побеждать, вероятно, так, как это делалось раньше. Кстати говоря, может, мы тоже не знаем, вот сегодня школа назначена по министру финансов. Казалось бы, самый и министр экономики тоже. То есть это как можно не знать, кого назвать министр финансов? Это самая базовая вещь. Да, можно думать потом о всех других министрах. Да, мало министра обороны, МВД, да, ну и министр финансов. Очевидная вещь.
А ты приходишь к власти и не знаешь, кто у тебя министр финансов. То есть он как-то... да, ну и я еще вот что хотел заметить. Я не разделяю оптимизм насчет того, что нельзя разрушить эту систему. И вопрос не то, что можно все, а реально это будет происходить. То есть... Это, представь себе, вот возьмем какое-нибудь там министерство, да, и приходит человек, который там первым делом там, назначает, допустим, своих друзей, знакомых, да, как вот обычно принято, да, где выстраивается система отношений, которая была выстроена система, как вот, не скажу так, не такая неформальная, такая легальная и так далее, а вот основное это дружеские отношения, которые, в принципе, и при Саакашвили, собственно говоря, было, но это просто было как-то придавлено и как-то выглажено, и это было никогда так явно и так далее. Ну, вот. И вот эта вся система устраивается, и средний человек, который вот среднее звено, что он думает, какие у него мотивы дальше, он карьеру хочет делать, он хочет там быть там, послом или там замминистра, кем там собирается через 10 лет стать, какой он получает стимул, да, там, быть там честным и так далее, или как он построится под систему. И подать больше людей всегда будет подстраиваться под систему. Один из замминистров, вот, последнем правительстве, он, в общем, был... Я его как-то знал еще, когда мастера, как все, что мастера оставалась в Грузии, а я в России жил. И он был ее другом. И это был человек там, команды Шеварднадзе, который был в партии Шеварднадзе, и который, отец его был очень известным коррупционером, и все. Потом как-то он быстро влился и в эту команду, потому что, ну, принял правила, которые есть. Почему? Ну, правила, и стал в итоге замминистра, успел, да, за несколько лет. Ну вот, а мораль в том, что как бы, и вот эти люди, они не ангелы, да, не надо строить, что там какие-то грузины да, специфические, чем-то отличные от других, вот, если ты даешь ему стимул, он будет соответствующим уровнем работать. Поэтому, ну, мне кажется, что достаточно там нескольких лет, что эта система, ну, может, не вернется прямо к тому, что было, бессмысленно, потому что к ним даже политического стимула нет смысла реально сажать всех там гаишников с радарами, да, когда-то, можно это немножко по-другому это сделать, вот. Но в каких-то ключевых вопросах там, экономических, политик и так далее. Ну, создадут она вам типа напомню службу. Ну, прекрасно. Новая служба, новые люди, новые стимулы, новые проекты. Это шаг за шагом, раз и рано, потихонечку будет. А потом попробуй это на тебя услужить разрушить. Тогда это будет обложено красивыми идеями, с борьбой монополиями, с ценами. Какой человек, придя ну, на выбор, скажет, я разрушу антимонопольную службу, я сделаю. Все, эта система останется, и год за годом будет оставаться. И, да. Ну, мне кажется, рано списывать Саакашвили со счетов. Во-первых, у него еще год есть во власти, и много что можно сделать. Во-вторых, 40% поддержки. В-третьих, Саакашвили и партия в оппозиции, это... Нет, а я... Ну, во второй половине, как да, первым к этому. Вопрос как раз в том, что вот представим гипотетические выборы через там, несколько лет, там, 4 года прошло, и вот у нас очередные выборы. И опять-таки идет борьба идей. Неужели есть смысл включать в свою политическую программу там, разрушение регулирующих механизмов? Вот что выходит человек и говорит, допустим, там Саакашвили, кто там будет там лидер партии к этому моменту, и говорит, вот мы разрушим эти монопольную службу. А ему отвечают, как, вы не будете бороться с монополиями? Вы не будете бороться с высокими ценами? Ну вы за кого проголосуете? И сколько найдется образованных экономистов в суде, там 4-3 миллиона населения? Не найдется. Шансов, что эта система. Да, после этого стоит тронуть это, даже если это об этом не было сказано, стоит тронуть во время своего правления эту систему. Сразу все скажут, если есть нормальная оппозиция, вы что делаете? Как вы можете? А уже как же бедные несчастные люди, которые молоко покупают, а из этого часть молочного тоже будет опять монополизировано. Вот. И так далее. И эта система сохраняется. Это просто. Момент был таков, что можно было это все разрушить и разрушить таким образом, чтобы потом нельзя было восстановить. Но фактически этот момент был упущен. Опять-таки, акт экономического свободы, он уже был фактически не принят. Да, он в некоторой степени был криво-косо так построен. Можно было более жесткие условия. Но опять-таки, более жесткие условия, скорее, я смог понять, это просто противоречило внутренним группам влияния в правящей элите. Поэтому. Нет такого особого оптимизма. Возможно, да, все может быть в этой жизни. Можно все будет хорошо. Возможно, все будет хорошо. Все вы вообще всегда хорошо. Да, да. Все, что не делается, все к лучшему. В конечном счете мы точно живем лучшим из миров. В том смысле, что никогда раньше такой жизни не было. Это однозначно. Нам, в принципе, в этом смысле повезло. Намного лучше, чем это в 60-х годах, в 30-х годах, там, в 19 веке. По-любому хорошо живем. Вот. И, наверное, лет через 50 будем жить еще лучше.
Ну вот как бы, насколько это будет лучше, насколько мы будем лучше там, того, что мы хотели бы. Так, а вопросы к Александру Сергеевичу. Да, я правильно понял, что как бы сказать, полезность либеральных реформ, понимание ее доступно только экономистам образованным, а простое население не в состоянии воспринять и увидеть разницу, ну, в уровне прежде всего своей жизни, а уже потом сравнивать с уровнем жизни соседа. В некотором смысле, да, то есть если мы поставим два мира, где ты хочешь жить, вот в этом или в другом, тогда можно сказать, что, например, более свободно она будет посчитаться. Да? Простые люди предпочитают все-таки жить. А когда это происходит в динамике, да, когда ты создаешь им хорошие условия, они воспринимают как должное, это уже как пройденный этап, это уже достигнутый уровень. А потом они хотят еще, чтобы с монополией боролись. Не понимая при этом, что монополия. Ну, а как это объяснить обычному человеку? Ну, обычный человек не в состоянии так. Ну, если уж большая часть экономиста не смогут. Даже, я извините, опять Бендукидзе говорил, что еще находясь здесь, в России, он был абсолютно, имея собственный бизнес, не маленький, он был уверен, что антимонопольная служба нужна. Он спорил-то с Виталием Найшулем, не знаю, знаете ли вы такой. Да. И Найшуль его убеждал, он говорит, нет, вот ты что? Ну и результат, правда, понял? Нет, это абсолютно... Это, знаете, я сейчас привожу пример, я когда на лыжах научился кататься, мне говорят, ну вот если ты поднимешь ногу, то как ты все быстро повернешь. Я себе думаю, как поднять ногу? На двух ногах это лучше держится, чем на одной. Интуитивно хочется на двух ногах стоять, а не на одной. Вот так и здесь. Вот есть интуитивно близкие вещи, что надо... Ну, вот там, если кризис надо зарегулировать, если цены высокие, значит монополия. Это интуитивно понятно. Но продумать дальнейшую цепочку, ну это же сложно, и зачем, и вообще есть другие люди, пусть правительство об этом думает, зачем я буду об этом думать, ну и так далее. Поэтому никаких людей в демократическом государстве, чтобы либеральная идея победила и оставалась победителем долгое время, это какой-то нонсенс. Александр, можно немножко объяснить, все-таки, как вы себе представляете механизм регулирования там, рынка и вообще без антимонопольного законодательства? Все-таки, раз уж вы так об этом говорите, как о чем-то само собой разумеющемся, то немножко объясните. Я тогда можно объяснить. Какой нам нужен механизм регулирования, чтобы, соответственно, мы сошлись на том, что нам... Нет, нужно... если есть конкуренция, то она сама себя все регулирует, это понятно. А в тех случаях, где ее нет, где монополия, где есть некая монополизация какого-то... Я просто приведите пример монополии одной. Хоть одной. Ну, МГТС. Тут невозможно не государственное, создать... ладно, давайте так вот, чтобы это было... Хорошо, Газпром. То есть мы говорим о том, если бы государство от трубы убрало руки, Газпром бы вылетел в трубу. Мы говорим о ситуации, которой частные компании конкурируют между собой и происходит некое зло, для чего нужно антимонопольное регулирование. И мы говорим о том, что есть одна государственная компания, другая государственная компания, что-то там делает, и нам нужна штука, чтобы это их как-то их развести, там, и чтобы не подрались, не начали войну между собой. Вот что нам, какая у нас ситуация? Нет, если две компании конкурируют между собой, это уже конкуренция, это уже не монополия. Вопрос о том, что если одна компания, так сказать, задавила другую, так сказать, и какую-то часть рынка захватила полностью. Вопрос антимонопольный, это на следующее заседание Конституционного суда. Потому что это отдельная проблема, и мы пригласим Алексея Ульянова, который является бывший сотрудник антимонопольной службы по городу Москве, и который расскажет вам, что чем на самом деле занимается антимонопольная служба. Не пищи, Я не пошел. Просто я давно знаю еще, когда он учился в ГИМО. Это как, извините, просто аналогия со свободой торговли. Вот интуитивно, то есть вот свобода торговли – это непонятная интуитивная вещь. Вот когда человеку, например, можно привести пример, когда студентам я рассказываю, говорю, смотри, ты когда идешь в магазин, вот это свободная торговля между твоим домом и магазином. Да? Потому что ты можешь картошку выращивать сам, тогда ты не делаешь что-то другое. Либо ты идешь в магазин и, соответственно, меняешь свой труд на это. Если тебе запрещают идти в магазин, тебе как бы плохо.
Говорит, да, ладно, понятно. А вот когда ты говоришь, ну хорошо, а вот нужно отечественную политику поддерживать? Он говорит, да, нужно. Я говорю, ну смотри, отечественная политика, то же самое, как ты делаешь картошку. Я говорю, ну нужно, ты пойдешь в банк работать, да, а картошку кто-то другой сделает в магазине. Я говорю, да у нас, я говорю, машину не будут делать, зато будут там что-то другое, я говорю, делать. Он говорит, да, понятно, да. Он говорит, ну надо поддерживать. Он говорит, ну не знаю, да, наверное, нет. Я говорю, а как же люди? А, ну тогда надо. Даже когда ты объясняешь человеку, насколько его позиция не слаба, что она все противоречит интуитивным представлениям, то, что это свои есть чужие, там, когда золото идет сюда, то лучше, чем когда золото уходит туда. Вот. То же самое с монополией. Когда есть какой-то большой какой-то Газпром, который какой-то ужасный, страшный, конечно, мне нужна защита от него, там, а если там там Apple, который вот всем навязал нам айфоны, и мы без айфонов жить не можем. И... Оставим пока антимонопольную сторону. Я воспользуюсь правилом модератора и предлагаю еще вопросы Александру. Еще один вопрос Александру, желающий именно про Грузию. Пожалуйста. Александр, вот как вы оцените, насколько вот однородна была та элита, которая была вот при Саакашвили? То есть, вот, понятное дело, что как бы общее место, да, а не говорить о неоднородности оппозиции, грузинской мечты, куда ну, Янишвили затащил всех, кого только можно. Вот. А насколько была однородна, скажем так, вот, властная элита при Саакашвили, потому что иногда возникает ощущение, что, к примеру, вот, именно с точки зрения, к примеру, их объединения вокруг либеральных идей, да, идеи либеральных реформ, потому что иногда возникает ощущение, что, условно говоря, действительно, как вот и в идее либеральных реформ верил Бендукидзе и его команда, да, а вот, в общем-то, зачастую часть элиты использовала просто вот эти либеральные формы для укрепления государства, да, условно говоря, вот идеи как вот маленького эффективного государства, но зачастую не с точки зрения как бы вот реализации либеральной идеи, либеральных реформ, а с точки зрения вот усиления государства, которое действительно было очень слабо при Шеварднадзе. Ну, это вообще, конечно, лучше говорить. Ну, а вообще, то, что она неоднородная, очевидно. Дальше мы посмотрим, кто был в правительстве после революции, да, там, кто остался, сколько людей уходило, кто потом оказывался в оппозиции. Мы видим, что это ключевые люди, да, которые окружали Саакашвили, они, по сути, сделали, что война. Это, во-первых. А во-вторых, у меня нет иллюзии на то, что Саакашвили уж большой либерал, в том смысле, что он прямо ради либерализма там готов там будешь продать. Вот нет. Фактически, да, и вот многие вещи там совсем недавно было, когда они отказались от снижения налогов, да, подоход, по-моему, да? Ну, они не совсем отказались, на самом деле, еще. Еще могло бы произойти. И могло бы быть еще хуже, да, они еще все нормально. Ну, подоходим. Да, ну то есть, когда имели возможность, если, ну, какая логика, да, если у тебя бюджетные поступления растут, и ты там, понимаешь, что там налоги это зло, то ты разумно в какой-то момент начать их снижать. И чем больше они растут, тем больше снижать. Но когда ты говоришь, что у нас бюджет большой, и у нас он каждый год все больше и больше, а в следующем году будет еще там, на 50 миллионов больше, ты явно не бравируешь своими либеральными идеями, да, ты наоборот делаешь это противоположное. Поэтому я вообще не считаю, что люди пришли, то есть команда пришла в либеральную идею, как с Рузвельтом, там, да, они же тоже не пришли с идеями нового курса, да, сказали, что ее не сделали. Вот, и так и здесь. И это, ну, может быть, даже случайное костечение обстоятельств. И просто увидев, что это дает результат, они, естественно, этим воспользовались. Вот, поэтому никакой однородности, никакой либеральности. Может быть, кстати, поэтому они не смогли выдержать такую принципиальную позицию и так легко пришли на курс. С моей точки зрения, это было бы лучше, если бы они не сделали. Пусть проиграли бы, но честно, популистам, потому что я не думаю, что у них есть, по крайней мере, в самом ближайшем будущем, они могут сказать, а мы не популисты, мы же вот, вам не обещали ничего. Вот это фраза, они уже не тяжело будет сказать, такой честной конкурентной борьбе, если она такая возможность будет в будущем. Это все же всегда будет минус, это им всегда припомнит вот эту ситуацию. Поэтому та легкость, которую они перешли в популизм, та легкость, которую отказались от некоторых возможных реформ, показывает, что там не все выбирали. Можно? Да, я добавлю. Ну да, на самом деле, то, что сложно, наверное, прям записать Саакашвили вот такого либертарианца, он скорее человек, который дает карт-бланш на эффективные реформы. Если это эффективно в данный момент, вот в данной реформе, да, то он готов вот отдавать все полномочия тому человеку, который проводит.
Конечно, Грузии действительно очень повезло просто то, что был Бендукидзе. То, что Бендукидзе это просто такой таран либертарианства во всем грузинском правительстве, это вне всякого сомнения. И, конечно, то, что он объединил многих этой идеей, это да, но это не значит, что она у них как бы была, она была у них, может быть, где-то там очень глубоко, а он это вывел просто наружу и сказал, давайте вот это вот нести. И, конечно, отчасти у его ухода из правительства тоже дало себе знать. Отчасти то, что Грузия стала теперь уже другой. Одно дело, когда она там была в этом кризисе всего, социальном, экономическом, политическом и так далее, и надо было вот за волосы себя оттуда вытягивать, можно было делать любыми способами, радикальными, болезненными, от чего-то отказ и так далее. А когда уже начали появляться деньги, и такие, что можно уже, оказывается, даже кому-то раздавать, то это вполне естественно, это в логике того, что происходит. Вот мое такое убеждение, что в президентской республике президенту, либертарианцу быть вообще невозможно. Премьер-министру еще куда ни шло, а президент всегда должен вот быть любимцем публики, да, и он не может им сказать, слушайте, ребята, мы от вас отказываемся, делайте сами, что хотите, сами там, как хотите, выживайте, а мы вам только условия создадим, да, чтобы это там похороним хорошо с почестями, если что. Вот, и так не бывает. И более того, вот такой был момент, вот как раз по поводу несокращения запланированных налогов. Такая ситуация была, что у них даже уже фактически в законе было заложено то, что подоходный налог будет сокращаться через определенное количество времени на определенное количество процентов. И когда подошло очередное возможное сокращение, началась там группа, такая коалиция в правительстве во главе тогда еще с тем бывшим премьер-министром, что давайте-ка не будем этого делать, потому что нам нужны длинные деньги, потому что у нас финансовый сектор не развивается, и вот этот вот те 2%, на которые мы могли бы снизить, давайте скажем, ладно, вы можете платить либо те же 20%, либо 18% платите налога, 2% как бы обязательно фактически отдаете в пенсионные такие кассы. То есть это не фонды, фактически это частное все равно как бы накопление, но ты либо 2% государства даешь, либо вот в эти определенные кассы. То есть они таким образом хотели затянуть деньги в финансовую сферу. Оно, конечно, не работает. И это происходило в июне этого года, вот это вот обсуждение. И я как раз ездила туда, в Грузию, изучать новую уже на тот момент реформу, потому что книга моя выходила, сейчас недавно вышла на украинском языке, и меня попросили сделать такой как бы апдейт того, что там произошло. И я, вот, задавшись этой идеей, поехала туда общаться с людьми, кто что это делает. Когда я разговаривала с Бендукидзе, вот как бы, какая его позиция, вот, что он думает на это происходящее, он говорит, я, говорит, хотел в свое время написать статью, говорит мне Бендукидзе. Ошибки, которые мы неизбежно совершим. И первый в этом списке повышение или не снижение налогов. Это, говорит, естественно. Говорит, ну я его не успел. Говорит, вот сейчас понятно, что меня не поймут, да, я хотела написать это раньше. Но этого не произошло. Не только потому, что премьер-министра поменяли, тогда как раз вот в тот момент, в конце июня, Ник Гилаури ушел, Мирбешвили пришел. Но Мирбешвили вообще не либертарианец, я вам скажу. Он очень эффективный менеджер, у него очень все хорошо получается, но он точно не либертарианец. Поэтому это еще вопрос, да, что будет в дальнейшем. Вот. Но то, что либертарианская повестка дня не может быть инструментом политической борьбы, вне всякого сомнения. Да? Вот то, что про антитраст, как же будут они приходить заявлять о том, что мы вернем антитраст обратно. А зачем об этом заявлять? Можно выиграть выборы, не заявляя это. Можно выиграть выборы, говоря, что давайте мы поставим всем зубы. То, что реально происходило, кстати, в Грузии, это вообще кошмар какой-то. Это несколько, кстати, даже не сейчас, это год назад, по-моему, Саакашвили объявил, что наши люди мало улыбаются, мы вот всем пенсионерам поставим зубы бесплатно. Ну, это же кошмар какой-то, но это же правда происходило. Вот, но бывает, да. А либертарианские такие технологии, как бы подходы и методы, они хорошо реализуемы в конкретных министерствах, конкретными технократами, да, там министр экономики, министр по координации реформ. Вот пусть они это делают, да, а президентом оставьте это, слабость, да. У меня просто задумка вспомнилась в Афганистане, когда американцы как не могли подкупить талибских, не талибских, а местных вождей. Они начали раздавать виагру. Так это самый лучший способ. Ты что, купили? Да, да, до сих пор эта практика продолжается, потому что... Афина, подумай, почему они так сидели? Бессмысленно было давать деньги, потому что деньги тратили, все понимали, кто... Стан Саныч, дорогая, не смогут. Это ее тема. Да, когда деньги давали, они там покупали себе новую одежду, новую машину и сразу убивали после этого. Вот, понимаешь, что они на американцев работают. Ну, там такой скрытый механизм.
Вот, мы очень эффективны. Поэтому вот из зубов можно дальше. Еще один вопрос, и мы делаем перерывчик. Есть? Можно сделать перерывчик во время вопроса. Я взял перерывчик, а не 5 минут перерыва, потом начинается вторую часть «Судьба реформ». И вообще судьба Грузии. Сейчас решим. Ну, обсудим. Мы переходим ко второй части. В принципе, в первой части мы уже так немножко заходили, а что же ждет Грузию? Что ждет эти самые реформы, которые были проведены? Что ждет то поколение, которое, как мне сказали, вот выросшее из Саакашвили, которое привыкло к тому, что нет воров в законе, что машины можно оставлять на улице без того, что их украдут, что полицейский – это человек, который наказывает за конкретные деяния, а не просто вышибает деньги, как у нас зачастую происходит в России. Вот. Что будет с этим поколением и не повторится ли в Грузии история, то, что сейчас на Украине происходит, но только будет более быстрыми темпами. Я бы так сказал, русификация. То есть не то, что русские придут, а то, что вот такие вот тренды авторитарные начнут и ускоряться и в Грузии. Возможно, я немножко сгущаю краски, но вот хотел бы услышать мнение наших экспертов. Так, Лариса, потом... Прогнозы. Это, я вспомнила, вы сказали про то, что машины можно оставлять без опасности, чтобы они были угнанными, да, но на самом деле там даже еще хуже. Я просто вспомнила, что я один раз видела... Мой знакомый вот таким образом оставил машину на 30 минут. Он просто забыл закрыть дверь, и она стояла. У него батарея сядет. Другой вопрос, да. Это причем рядом с аэропортом, то есть народу много, и вот в течение 30 минут у него там ничего не... В том числе поедущие. Да, бывает из России, такие. На самом деле, действительно, все как-то там быстро очень изменилось в лучшую сторону, что людям будет очень печально это... терять вот такие вот бытовые проявления того, что изменилось многое к лучшему. Но, значит, я вижу три сценария развития событий. Первый сценарий, значит, Иванишвили приходит полностью, окончательно, со всей своей командой, делает то, что он пытается делать, то, что он заявляет, отобрать и разделить, значит, разделить и раздать. Но это не работает, и рано или поздно, значит, все это понимают, то есть скорее даже рано теми темпами, что сейчас мы видим, что там происходит. И все, значит, поймут, кого они выбрали, и вернут то, что либо там национальное движение, либо какую-то другую силу, которая возникнет там на второй сценарий. То, что надо понимать, что, ну, то есть я тут такой как бы реверанс сделаю, такую подачку, можно сказать, и коалиции Иванишвили, не то, что я, в смысле, такая стратегическая, такой путь у него есть, что если он действительно хочет быть политиком, если он хочет сделать что-то для страны, то у него единственный путь – страну двигать вперед. Потому что Саакашвили все свое это время находился, когда во власти, он это делал. Плохо ли, хорошо ли, недостаточно ли как, но он это делал. Да? То, что действительно и дороги, и свет, и газ, и вода, и безопасность, и отсутствие коррупции, и средний темп экономического роста почти 7%, вот несмотря на войну, финансовый кризис и много разных других неприятностей внешних и внутренних. Поэтому люди, привыкшие к тому, что это движение происходит, конечно, они будут требовать это и от той власти, которая пришла. Поэтому у него есть этот только вариант дальше идти по этому пути, пусть другими способами, методами, но вопрос, вот, значит, быстро поддерживать тоже положение и двигаться вперед, оно очевидно. И третий вариант, скорее всего, наиболее реалистичный, наверное, в данной ситуации. Национальное движение 40% получило, это огромные цифры. Коалиция Иванишвили – это коалиция, а не партия. Там есть разные игроки, заинтересованные, как бы у них разные свои интересы, и не у всех прям исключительно быть внутри этой коалиции. А национальное движение – это хороший институт, такой сформировавшийся, они действительно политики, действительно действующая, ну, такая работающая партия, и понятно, что в парламенте их задача будет просто найти себе сторонников. И вполне очевидно, что за этой коалицией будет находиться какая-то часть людей по каким-то различным вопросам, они будут уметь налаживать с ними взаимодействие. То, что они делали раньше, на самом деле, вот это лоббированием как бы интересов среди
лиц, принимающих решения, если мы говорим о парламенте, оно там происходило, и оно будет происходить. То есть хоть и формально у Саакашвили меньшинство, по факту, ну, то есть по действиям, по результатам можно предположить, что все равно основное как бы, решение окончательно будет занято. То есть вот эти 40%, которые есть у Саакашвили, они гораздо важнее и сильнее, чем те 55%, что у коалиции. Потому что надо разделить это на те 6 групп, которые представлены в этой коалиции. Да? По отдельности получается они гораздо меньше. Вот. То есть это опять-таки к тому, что не все так плохо, как сейчас многими представляется, что все, возврат, откат. Опять-таки у Саакашвили еще год, это очень много. То есть он получил фактически мандат снова 40%. Он тем своим поведением, которое вот он продемонстрировал во время этих выборов, добавил себе еще очков. Да? То есть немногие ожидали от него такого поведения, признания собственного поражения так достойно. И тем более еще, значит, расположились к его власти, партии и так далее. Поэтому еще многое, что может произойти и к президентским выборам, которые будут уже в следующем году более формальными, потому что власть будет переходить больше в руки премьер-министра. Но тем не менее это будет показательно. И мне кажется, что еще не все потеряно. Еще и Иванишвили рано праздновать победу. Вот. То же самое касается реформ. Откатите и испортите можно все что угодно, когда угодно, и каким угодно темпами. Да? Если захотите испортить, можно испортить прямо сейчас. Но вот предположим, да, назначил он этих людей. Вот эти министры непонятного происхождения появляются в министерстве, начинают набирать ближний круг среди своих друзей, но действующий аппарат все равно это те люди, которые там вот находятся в министерстве. Да? Они просто не смогут физически поменять всех сразу. И я думаю, у них не будет даже стоять задача, потому что все-таки нет у них таких достаточных ресурсов, чтобы значит, менять всех сразу. А вот эти люди, которые там такие в средних 20 годах, там 25-27 лет, амбициозные, действительно хотящие работать в государстве, в том государстве, где они видят результат своих собственных действий. И как бы какие-то технические моменты, они вот на плечах этих людей, таких хороших технократов, в хорошем смысле этого слова. И они будут, собственно, продолжать свое дело делать, потому что они появились в этих министерствах в то время, когда они работали. Не сидели бумажки перекладывали или на звонке отвечали, а работали. И вот эта вот институциональная память, мне кажется, она еще может многое как бы вытянуть, а потом, ну, как бы... А потом через год посмотрим, кто придет к власти снова. Вот. Но то, что, как я уже в первой части упомянула, что Саакашвили в оппозиции, это гораздо, наверное, опаснее для нынешней власти Иванишвили, чем когда Саакашвили будет при власти. Особенно подуставший сам и народ подуставший от него. Ну, я когда говорю Саакашвили, я не имею в виду конкретно этого человека, да, ну, как бы команда и тот запал реформаторский, который у них был. Они сами немножко так уже подустали от этого, а это хорошо, их так шевелит, встряхнет, и всем пойдет на пользу. Александр. Я еще, что хотел обратить внимание, еще один вариант. Мне кажется, он еще более вероятен, чем то, что Балай сказала, что вот этот первый, может быть, ну, если мы предположим, что Иванишвили человек обладает определенным опытом, и он в некотором смысле думает о своей стране и так далее, то вполне может быть, что всякие там странные назначения, все это уйдет, как все допускают ошибки, там, все должны заплатить своим помощникам, то есть там, членам по коалиции, какие-то должности раздать. Такой естественный процесс. Вот. И если все нормально пойдет, то пусть просто будет чуть более, становится чуть больше государственным регулированием, чуть больше активным, чуть больше признаком социализма, чуть меньшим экономическим темпом роста. Ну, будет такой обычной, может быть, страной, в том смысле, что, может быть, она не будет привлекать такого внимания, не будет оказываться там, случайным образом взлетать в каких-то рейтингах. Ну, такая страна, где-то там развивается, нормально идет. Ну, будет не 7%, а будет 5%. Ну, никто этого не заметит. То есть из отличников превратится в такого
твердую отрочку. Да, если нет, то есть все всякое может быть, да, все могут радикальный сценарий там. Там, ну, может быть, там Иванишвили, это прямой агент ФСБ, он там, не знаю, танки сейчас вылезет, пустит. То есть, скажем так, вряд ли эта идея настолько абсурдна, что там нельзя верить, нельзя так и рассчитывать. Но все же это крайний сценарий, да, то есть надо понимать, что какой у него не был электорат, если он это правда сделает, он точно уж вас это потеряет. Вот, поэтому бессмысленно затевать такую идею, тогда просто можно было танки вести без всякого решения. И не тратить столько сил и времени. Во-вторых, все же Украина не Россия, не Грузия, то есть они разные все, там ситуация политическая. В Грузии нет там такого качества, как прямо тянутся к России, что прямо вот России никак, что не скажешь в Украине. Да? И поэтому, то есть я считаю, что может быть, Грузия имела шанс сделать какой-то реально большой прорыв, стать реально классной страной, там, достаточно развитой с учетом своего начального положения и так далее. Ну, я кажется, что он этот шанс не совсем упустила уже и скажет, что это не вернется. Вот. Но, в принципе, если все пойдет каких-то рациональных, каких-то рамках, то даже эти рамки недостаточно широкие будут, ну, будет страна даже развивается. Ну, и в конце концов национальное движение может прийти через 4 года? Может. Вообще проблема, знаете, в чем? Проблема Грузии, почему мне еще кажется, что уже невозможен прорыв такой. Фактически нет третьей политической силы. То есть вот будет хорошо, если будет третья политическая сила. Пока это. Потому что, знаете, какая штука? Либо у одних власть, либо у других власть. Вот если была бы третья сила, можно было что-нибудь договариваться, да, тогда это как-то вот с какими-то политическими идеями, может быть, кажется, смотрелось намного интереснее. Кстати говоря, вот Марк Валар в Эстонии, собственно говоря, приходил платить не потому, что он там выигрывал выбор, но он хорошо договаривался. Да, у него был такой достаточно жесткий электорат, собственно, опять-таки, привязанный к родному городу. Так это парламентская республика, только когда она оказывала, имела какую-то хорошую поддержку в этой части населения, она оказалась хорошим членом коалиции какой-нибудь. И это хороший член коалиции всегда мог пропихнуть его на место министра обороны, как он, да, да. Вот. Вот в такой конструкции, да, всегда возможно, что где-то либеральное крыло какой-нибудь там политической силы, да, пропихнется его министра там, экономического развития, что-то там, реформы будут продолжены. А в ситуации, когда борются две силы, либо мы, либо вы, то теперь я не уверен, что не пройдет обратного отката, что к министрателям не придет люди, которые сейчас поддерживали, до выборов поддерживали Саакашвили. Ведь всегда куча людей, которые поддерживают победителей, это нормальный процесс. И шанс того, что большинство, которое есть у журналистской комиссии, станет еще больше, никак не меньше, чем пройдет обратный откат. В конце концов, пока Иванишвили дают деньги, у них нет никакого стимула переходить в оппозицию. Какой смысл рушить всю конструкцию? Да? Потому что предатель, он всегда предателем остается. Да? Если ты там откровенно сдашь своих и перейдешь к другим, то шанс, что ты в этой новой системе окажешься кем-то, очень мал. Поэтому мне кажется, что... Да, то есть я считаю, что не стоит ждать как катастрофы какой-то. Я надеюсь, конечно, не будет. Вот, но какое-то чудо и какой-то прогресс, я не думаю, что найдется еще желающий там через 5 лет, потому что в Грузии получилось, скорее всего, будет, собственно говоря, не будет предмета, для чего стоит писать. Никто же не пишет, что у Азербайджана получилось, да, хотя даже вроде там некий экономический рост и совсем не маленький и так далее, вот, но... Но рост и получил задразные вещи. В Беларуси тоже рост. Что-то у них ничего не включается. Я вот об этом хотел сказать, что в конечном счете, да, вот то, что привлекало внимание Грузии, да, вот источник вот этих преобразований, он не сяк, на мой взгляд, скорее всего, уже не появится. Ну, а люди же всегда хотят жить хорошо, поэтому. Лучше, чем сосед. Уже тем соседом. Поэтому я не думаю, что он там. Да, при всем равно тоже был экономический рост. Ну, тоже как-то будет развиваться, тоже жизнь будет улучшаться. То есть я в этом смысле оптимист. Вот, ну, да, может быть. Ну, кстати, вот мне кажется, нынешняя политическая обстановка, она подразумевает еще больше возможностей для появления какой-то вот этой третьей силы и более либертарианской, да, потому что Иванишвили чистый популизм, и национальное движение свалилось в популизм. А идеи вот эти, как бы, свободы, в первую очередь, экономической, они уже настолько укоренились, да, есть группа людей, даже вот это вот, как там, пишет Афхилиц, где, как это называется, за интеграцию. За европейскую интеграцию. Да, за европейскую интеграцию. Достаточно такая команда сильная, они, если как бы,
облекут себя в форму партии, то мне кажется, у них как бы будет какая-то возможность вот эти идеи продвигать. И это может быть даже неплохо для общей такой идеи распространения либертарианства в мире. Может начать с Азербайджана. Вот, я насколько помню, коллеги говорили, вот как бы к вам вопрос, тоже будем так говорить. Вот, то, что вот говорилось, потому что либеральные реформы можно продвигать только, условно говоря, входя в элиту, которая находится у власти, и, условно говоря, обслуживая эту элиту, проводить эффективные реформы, а так как любая реформа реально эффективна, она чаще всего бывает именно либеральной. Потому что она следует законам экономики, условно говоря. Вот. То есть один подход. И второй подход — это все-таки пытаться найти тот ядерный электорат, тех людей, которые вот эту посылу идеи свободы воспримут и примут. И, соответственно, создавать политическую партию, бороться иметь как политическая партия. Вот два подхода получается. Не, ну тут не только два подхода, тут два мира. Да? Мир политики и мир реальных действий. Это же разные вещи. Вот меня, например, никакие капришки в политику не вовлечешь. Вот мне кажется, что это такое. Я не хочу никого обидеть здесь. Абсолютно. Но мне кажется, это совершенно, это важный, нужный, необходимый инструмент и механизм, и этим должны какие-то люди заниматься, но, на мой взгляд, это совершенно неэффективное, нерациональное использование собственных возможностей и усилий. Столько ты в это, вкладываешь, а результат ноль. А если ты какой-нибудь министр или премьер-министр, что лучше, у тебя столько возможностей делать, вот так, ни с кем не договаривается. Министр по координации реформ Хабин Тукидзе, с кем он договаривался упразднять монопольную службу или увольнять 2000 сотрудников из министерства? Ни с кем. То, что внутри головы, с тем и договаривался. Вопрос. Он пришел к Саакашвили, то есть к Саакашвили, когда его пригласил на позицию, он согласился принять эту должность, все, и начал делать. Лариса, к вам вопрос. А что было бы, если бы Каха Бен Тукидзе было бы вместо Михаила Саакашвили? Не думаю, что это подходящее для него место. Нет, я не говорю для него подходящее. Нет, а с точки зрения скорости реформ, продвижения реформ и так далее. Нет, вот если бы Каха Бен Тукидзе был бы премьер-министром, вот и в президентской еще нынешней системе, то да. Но президент, понимаете, задача президента — это важная и нужная позиция. Но его главная задача — найти таких людей, которые хорошо будут выполнять нужные действия на нужных местах, да? Вот за Саакашвили, то есть переоценивать его заслуги в том, что он назначил Бен Тукидзе на должность министра экономики, вообще здесь нет против, вообще не ставится под сомнение, да? Другое дело, что он не мог предполагать изначально, что Бен Тукидзе окажется таким, потому что никто его, во-первых, не знал, во-вторых, в принципе, у Саакашвили такая тактика, он очень открыт к новым людям, он очень увлеченно до сих пор даже ездит по всему миру, отыскивает людей, сразу же понравившимся людям отдает множество полномочий, давайте делайте. И не нравится — меняют. Вот точно так же они пригласили эту Саломе Зурабишвили, была некоторое время министром иностранных дел. Сейчас она в коалиции Иванишвили, может быть, займет какие-то схожие посты. Потому что, о ней тоже ничего не очень знали. Она гражданка Франции, вроде бы цивилизованная страна. Должен быть человек хороший, ее поставили, но не получилось. И вот Саакашвили мне говорит, я на третий день понял, что-то мы ошиблись. Но не понравилось — поменяли. Вот, да, то есть это вот задача от президента именно в этом. А делать дела, делать реформы, проводить либертарианские, либо какие-либо другие — это задача вот министров, тех людей, которые это делают. То есть получается, что нужны советники, либертарианцы, а партия не нужна? Нет, партия нужна. Нет, я же сказала, что как раз сейчас, на мой взгляд, политически очень удобная ситуация в Грузии для создания либертарианской партии. Потому что действительно вот эта часть интересов среди населения, она присутствует, им некуда примкнуться. Потому что национальное движение больше не ассоциируется вот с этой вот либертарианской идеей. Партия нужна для, может быть, просветительской такой вот объяснения, почему антитраст — это зло. Вот. Все равно, помимо объяснения, есть еще упразднение этого антитраста. Этим занимается не партия, этим занимается министерство.
И опять-таки советничество, не советничество, советничество тоже хорошо, но можно советовать и ничего не делать при этом. Да, в смысле, тот человек, который выслушает этот совет, может слушать, но не делать. Поэтому либертарианство должно быть голова, в первую очередь, а не партия. Хотя партия тоже хорошо. На краю, на краю. Я просто, во-первых, хотел про Кузнецкого сказать, ведь когда его вообще он появился, надо еще знать Кузнецкое общество, только и обсуждали его физические формы, его привычки. Это то, что он в Юникоде не грузинский тоже. Это все всплывает. И когда такие люди оказываются, если они не могут оказаться в таким вот фронт-офисе, да, то есть находиться в должности. Но единственное, я говорю, да, и второй момент, я, конечно, абсолютно согласен, что можно сейчас упразднить просто потому, что он иначе будет будет упразднить. Ну, если у тебя есть конкурентная политическая среда, тебе скажут, а что ты делаешь? Единственное, что можно сделать реально, это саботировать работу этого антитраста. То есть таким образом все выяснить, что антитраст ничего делать не будет. Ну, то, что они сейчас делают. Да, то есть там, да, там нет денег, 5 человек сидит, все есть, на словах, на бумаге все делается. Ну, как бы это никто не замечает существование антимонопольной службы. Вот. Но это единственный вариант. Но это понятно, что это смена власти, опять-таки у тебя будет. Главное, что есть инструмент, да. А когда им воспользоваться, ты не знаешь. Поэтому никогда не знаешь. Поэтому вот это технократ, он, конечно, может это изменить. Они много меняют, они очень много хороших идей уничтожают, да. Они тем же успехом могут и плохие идеи уничтожить. Но вот сколько можно хорошего либерального сделать в Европе, да? Где они, где это? Почему это не происходит? Ну вот разве можно делать что-нибудь в Греции, где народ там, не знаю, там масса там состоит коммунистической партии, и вот они там чуть что и сразу на улицу, забастовки и так далее. То есть смешно же было, когда советское правительство с трудом урезало какой-то свой бюджет на какой-то доли процента и там дико гордилось этим. А из-за этих забастовок в итоге настолько упала собираемость налогов, что дефицит увеличился. Вот поэтому либеральный регулирование хорошо, но фактически шансов нет. То есть это достигается некоторого уровня регулирования, откат происходит очень мало. Примеры это мало. То, что Рейган там взяли. Да, это тоже все было. Просто доходит какой-то маразм, да, и это легко откатиться, но все же это откат делаешь, потом все. Если это какой-то, я думаю, как с вами может быть свой, но все же какой-то объем проблемы, когда США почти невозможно. Ну не объяснишь ты людям, не пытался это для тебя. И как только ты начнешь это делать, твой конкурент фактически существует, он тебе скажет, ты что делаешь? И люди скажут, да, как же так, как же, почему так ты поступаешь? Поэтому невозможно. Я никогда не поверю, что либертарианская партия, при всем моем уважении, да, не то, что выиграет, а создать хоть значимую фракцию в парламенте в какой-либо стране. Нет, ну можно не назвать ее либертарианской, можно так как бы заигрывать. Социалистически назови. Но национальное движение назови свои, да, политической деятельности. Они же вполне были вот как бы в головах, у него было более либертарианских идей, чем сейчас. А потому что они жили в такой цене. Это как. Травин, Дмитрий Травин очень хорошую лекцию читал, что Самюэл Хайка с Кейнсом. Кейнс жил там в богатой семье, хорошо жил, все у него было классно. И вот он как бы, вот он воспринимал эту ситуацию как самого государства, но у него было позитивное отношение, потому что он имел хорошее отношение с ними государством. А Хайк жил там в загнивающей империи, которая там бюрократию уничтожал, ненавидел бюрократию с первых своих дней. Поэтому, то есть понятно, что там у Хайка одни мысли, у Кейнса другие мысли. Ну, бытие вот определяет сознание. А? Бытие определяет сознание. Ну, не без влияния, да, вот. И поэтому откуда возьмутся эти либертарианские идеи? Они у меня не в Грузии были, собственно говоря, потому что они жили в такой сумме, это уже был ужас, да, там, посмотрим, начало 2000-х. Ну, конечно, когда ты в такой сумме живешь, когда тут вокруг все воруют и все, ты хочешь это все побороть. Это тебе кажется, что это естественно, что там больше законов, способ, что это нормально. Но вот у меня водитель в Тбилиси, и он один, ну, все время ненавидит, черти как. И я один раз тоже этот доклад делал, специально снимал на камеру, как там, в общем, пробка, и все как-то на красном, а он там задом по встречке едет, что-то такое. Вот, и, в общем, один раз приезжаю, еду, и он прямо на стоп-линии останавливается.
Потому что настолько нет. Что с тобой случилось? А там камеры стоят. Все, ну не потому, что он хочет, что камера стоит, что он сделает. Но не будет эта камера работать, он дальше проедет. А камера может перестать работать в какой-то момент. И все. И вот это, я считаю, что очень многое, что было сделано, фактически часть была сделана. Потому что вроде бы люди осознавали очевидную потребность. Вот. Но это когда очевидная потребность уйдет, когда он говорит, ну там снова, почему бы не проехать на красный, почему бы снова там немножко это. И вот это мозг не изменишь. И я считаю, хорошо, я бы пример, если вот если прочитать там Цицерона или там Юлия Цезаря, если убрать из этих текстов то, что, ну, очевидно, они просто не знали, да, в свое время, да, там, не знали, как там солнечная система устроена, условно говоря. Когда если убрать, то мы увидим, что это нормальные люди, такие же, как мы. Да? То есть у них интеллект не изменился за там, несколько тысяч лет. Да? И поэтому у нас никаких оснований считать, что люди как-то там сильно умнее, что люди там, в Норвегии, они, в принципе, умнее, чем там, люди там, в Грузии. Поэтому ну, какой шанс, что люди будут так все сильно думать, там, считать альтернативные держки действий? Не, они не должны это... Зачем? Это должны делать министры, ну, то есть, в смысле, люди, принимающие решения. Зачем людям это делать? Откуда министры возьмутся? Идея посвященного управления, она, конечно, хороша, но мотивы. Не, ну зачем людям приписывать вообще мое убеждение, что в нормальной цивилизованной стране 90% населения, как минимум, должны быть аполитичны. И не заморачиваться в этих вещах. Приходить только на выборы и голосовать. То есть вот осознанно, да, принимать решение. Отвечаем о политичности на 5 минут голосования. Нет, это разные вещи. Осознанный выбор, осознанный как бы, они просто граждане своей страны. Выборы это не политика для них в данном случае, а проявление как бы гражданской позиции. Вот и все. Определение. Они голосуют за эффект, потому что того, что принесут им эти люди, а не за политическую идею. Вот. И тогда решается вопрос. Они могут быть аполитичными, и при этом на выборах можно принимать решение своих политических убеждений, а покупать просто эффект, грубо говоря, на выборы. Поэтому я тоже считаю, что эта проблема устраняется, ну, политично вполне возможно, да, 90%. А так остальные люди должны как бы за них, ну, то есть, собственное государство, это вот мы делегируем полномочия каким-то адекватным людям, а мы так считаем, что они должны быть умнее нас, раз они туда пошли, руководить нами, да? Мы им делегируем эти полномочия, пожалуйста, вот вы думайте, читайте, изучайте, там, будьте умнее нас в данном случае, и делайте. Дело в том, что не в прямом контексте, что делегируя полномочия кому-то наверх, чаще всего туда проходят люди, которые некомпетентны. Или, вернее, не достигая тех вершин, как раз своей некомпетентности. Наш коллега по партии перевел книжку Брайана Каплана «Миф о рациональном избирателе». И утопия о политичности, о рациональном выборе, она там очень хорошо развеяна. Нет, это вообще норма, это, если вот те, кто изучает политику, возьмем Швецию, да, вот, вот туда функционалки должна эта система аполитичности выстроиться, где реально очень ответственные правительства и так далее. Да? Это, в чем была проблема шведского вот, социального государства? Что люди, когда увидели, что можно не работать и получать пособие, да, там, если уходить на декреты, там, соответственно, когда там, не знаю, все время сидеть на больничном, потому что голова развалилась, то они так и начали поступать. Да, но они могут это позволить себе тогда, когда страна достигла того уровня, который достигла Швеция. До тех пор, пока мы не Швеция, Грузия не Швеция, и другие постсоветские страны не Швеция, нам еще работать и работать. Нам это пока не грозит. Мы будем работать, а потом, что плохого потом, ну, то есть, конечно, плохо там, не из уст либертарианцев должно звучать, но в принципе, мне кажется, в человеческой природе лежать на диване и получать все бесплатно и хорошо. Да. Вот в принципе, я бы, наверное, не отказалась так. Ну, ремарка насчет Швеции, все-таки сейчас там правящая партия либерально-консервативная. Да и что? Но при этом государственные расходы у них такие, что мама не говорит, либерально-консервативные. Ну да, то есть это как с американцами, нам тоже как бы, кто бы не пришел там. Нет, ну то есть это можно обсуждать уже, когда мы достигнем того уровня. До тех пор, пока мы не достигли этого уровня, мы еще поработать должны. Вот если можно считать, что наш уровень сегодняшний, например, хотя бы сопоставим или соразмерен с уровнем Швеции 60-х годов. Какое это имеет значение? А потому что они тогда и начали уже взять социализированное государство, собственно говоря. Нет, они, ну не совсем так, на самом деле. Даже если посмотреть на пропорции государственных расходов к ВВП, да, это все-таки нам еще не грозит, на самом деле, пока так.
во-первых. А во-вторых, чем больше, чем более развитая страна, тем больше объем государственных расходов она может себе позволить, не жертвуя при этом экономическим ростом. Да? То есть вот для Швеции, в принципе, это в этой парадигме для них сейчас. Но это только для Швеции. Это не значит, что это для всех позволительно. То есть до тех пор, пока мы не станем Швецией, нам пока еще перемерять на себя эти подходы не грозит. Нам еще... Я хочу сказать, что... Продолжили про Россию. А вообще-то я всегда про Россию. Ну, то есть, согласитесь, что если в Швеции все сядут на больничные пожизненно, то она очень быстро превратится в Уругвай. Да, а потом, нет, она не превратится в Уругвай. Она никогда не превратится в Уругвай, потому что они сядут все на больничные, они увидят, что это не работает, и потом с этих больничных выйдут. Всё. Они будут ждать, пока кто-то другой первым выйдет на больничный, больше, а он отсидится. Насколько быстро это произойдет, это совсем не очевидно. Ну, вот сейчас выйдут. Ну, то есть, как что греков не задел. Да, ну, как раз не первый год плохо, они как-то все время тянут. Ну, не совсем плохо, наверное. Нет, а в Грузии тоже было плохо, да? И вообще во время нашего Арнадзе было очень плохо, но тоже как-то терпели, как-то вот. На самом-то деле. И можно было бы предположить, кстати, возвращаясь к Украине, да, вот в Украине тоже плохо, было плохо, и что выбрали, стало еще, в принципе, хуже. Не получилось у них, и ни сейчас, ни при Ющенко не получилось у них. То есть то, что как низко ты падаешь, это еще не предполагает того, как быстро ты будешь выходить наверх. Хотя есть вот эта теория низкой базы, что там вот Грузия достигла дна, ну, как известные шутки, можно продолжить копать, да, но они не продолжили, они выскочили. Это правильно. Я просто хотел сказать, что вот этот момент распространения социалистической идеи, возможно, не в Швеции наших дней, а в Швеции 60-х годов. Да, когда невозможно где угодно. Бедные. Это в человеческой природе. Да, поэтому да. Я говорю, что это абсолютно невозможность представить, что либеральные идеи вот так в открытой борьбе политической победят. Да. Нигде. Никаких шансов. Нет, да. И никакой фракции в парламенте. Нет, она может быть какая-то часть, какая-то фракция может быть, она может не быть агрессивной либертарианской, да, она может как-то там сдерживать, быть, как бы балансировать внутри вот этих парламентских дебатов, но не выходить к людям и говорить, слушайте, мы сейчас вас тут оставим сами на свое усмотрение, существуйте. Нет, конечно, не так. Сейчас вдвоем вот сообщать. Поставили крест на политических перспективах либертарианства как такового. А я давно уже на нем поставила крест. Не час только. Они и при этом как бы не то, что я имею что-то против либертарианских идей. Да? Они у меня тоже. Они вот у меня тоже вполне естественно. Именно с точки зрения реализуемости. А вы до этого не знали этого? Я и сейчас не согласен. Смотрите, как Беркичанова победила в Южном Тушино. Ну, не с либертарианской программой. Почитайте программу. Ну, не с либертарианской программой. Ну, давай быть честными сами сам. Я ее писал. Подожди, она это вот она звонила в звонки, и она что, эту программу зачитывала? Ну, давай будь честен сам с собой. Мы не звонили звонки. Мы только подписи собирали, когда звонили звонки. Так у нас была листовка, где написаны были эти идеи. Там, все о приватизации мест для парковок, там вот это во всем было написано. Да не, на самом деле. Хорошо, там... что не прочитали. Потом надо как бы нет. Самый бедный район Москвы. Нет, никто же не говорит, что там либертарианские идеи это зло. Они тоже очень естественные, да, как социалистические идеи. Они очень естественные. И они наиболее, может быть, эффективно реализуемы. Но вопрос масштаб. Одно дело приватизация парковочного места, а другое дело отсутствие пенсии, пособий по безработице и пособий там по потере кормильца и там, я не знаю, так на один очередь. Это все равно все развалится, все эти... Это без нас упадет скоро. Не развалится. Нет, она, конечно, развалится, кто эти, которые есть. Нет, подождите, она развалится, но нынешним пенсионерам как бы думать о том, что она развалится через 20 лет, вообще не суть. Нет, быстрее развалится. Да? Им как бы сейчас денег хочется. Нет, даже ну развалится. Нет, то, что она развалится, означает, что все перейдет к либертарианству автоматически. Да. Будет другая система. Ну, назовем ее как-то. Никто не говорит про автоматизм. А вот, ну, как бы в основу рассуждений кладется тезис о том, что либертарианские идеи носят какой-то элитарный характер, что они простому человеку недоступны, что простой человек как бы, по природе своей социалистом хочет дармовщины, он не понимает рационального сотрудничества, не видит своих собственных интересов. Завидует соседу. Завидует, да, то есть ему не самому хочется жить хорошо, ему хочется, чтобы сосед жил хуже, чем он. Не он, чтобы лучше, чем сосед, а чтобы сосед жил хуже. То есть, ну, собственно, все эти тезисы
социалистам известно, они, собственно, об этом и говорят, что там, никакого сотрудничества классов не может быть, что все мы антагонисты, что без государственного вмешательства, без регулирования всего и вся, люди вообще стадо баранов и ничего не смогут, кроме как друг друга перебивать. Вот. Вот аргументация, собственно, к этому сводится. Никто не утрировал это, не доводил это до каких крайностей. Причем, ну, все-таки... Это я утрирую и довожу до крайности, чтобы показать вам ход ваших рассуждений. Да нет, об этой... Вот здесь, мне кажется, точно упрекать кого-то в недостаточном либерализме, либертарианстве, ну, не приходится. Уж начнем с основ, да, нашей дискуссии. Мы уже обсуждаем... Это для нас естественно, что вот это вот... эффективный путь развития. Мы так, да? И мы не элита, да? Да, и мы вообще не элита. Но дальше вы говорите, что дальше это появится. Мы не элита, и я вообще не против получать что-то бесплатно от кого-то. Это понятно. Вообще точно. Нет, но мы идем дальше. Но это была шутка, да? Мы идем дальше. Как это в современном мире должно реализоваться? И здесь, мне кажется, вот либертарианская группа как бы людей делится на две части. Теоретиков и практиков. Теоретики говорят, нет, ну вот Даниил Горбатенко. Завтра должно быть все разрушено. Известный, значит, данной аудитории он человек, послушавший интервью Саакашвили когда-то, не помню, когда я просто видела его в Фейсбуке. Он говорит, хорошее интервью, только мне резанула одна фраза, когда Саакашвили сказал, что мы научили людей платить налоги. Поймей, ну в Грузии, в любой стране надо платить налоги. Государству надо существовать. Государству надо на что-то жить. Ты не можешь... То есть что, платить налоги это зло? Ну, в либертарианской концепции можно... Собирать быть... зло. Зло этим гордиться. А что надо сделать? Там Лариса тоже упускает важный момент, что государство не должно, а просто государство нельзя отменить одномоментно. Вот прийти сказать, все, мы отменим государство. А ну какое-то время. Я про это всегда говорю. При либертарианском подходе оно какое-то время все равно еще остается, выполняет какие-то свои функции. Это как с коммунизмом. Коммунизм не тоже нет государства. В этом смысле, да, тезис о коммунизме Энгельса говорили примерно. Возвращаясь к примеру Грузии, с которого мы начали. Когда Саакашвили приходил, налоги не платились настолько, что не было денег платить чиновникам. Ноль было вот на самом деле. Фактически вот и Бенишвили давал, и другие организации давали деньги на то, чтобы платить зарплаты. Когда Добровольно, добровольно. Может быть, вот тогда ты и был на самом начале. Не совсем так. Потом, когда налоги снизились, налоговая нагрузка, ну и вообще другие условия изменились, бизнес вышел из тени, буквально там за один год на 85% увеличилось число зарегистрированных налогоплательщиков, и буквально там за 4 года, что ли, меньше. В два раза собираемость налогов повысилась. Вот это плохо или хорошо? В теории либертарианской, наверное, плохо. Люди с точки зрения кого налоги. Плохо и кого хорошо. Вот именно. А с точки зрения жизни это хорошо, потому что у государства появились деньги на то, чтобы обеспечить, во-первых, самое себя, пусть и небольшое государство, но то, которое необходимо на данном уровне развития. Своё самоотмирание, в конце концов, сокращение своих функций. То есть это необходимость. Ты не можешь говорить, плохо или это хорошо. Есть налоги, то есть ты можешь спорить, должно ли 18% быть подоходный налог, или 15%, или 10%. Но говорить о том, что плохо, что люди платят налоги, это неправильно. Потому что мы живем в реальном мире. Мы не учебники читаем. Я сказал про другое, я сказал, плохо этим гордиться, потому что я вспомнил один разговор, не помню, что-то забыл, где слышал, когда человек там гордился, что он налогоплательщик. Вот этим, по-моему, гордиться не стоит. Человек может гордиться чем угодно. Да, тем, что он не жулик, на что ли гордиться? Да. Тем, что он не на халяву живет. Потом, нет, ты живешь, существуешь не в отрыве от реальности. Это реальности, что за ту там, официальную деятельность, как, ну, то есть за любую деятельность должен платить налоги. Если ты это нет. платишь, то это вот ты существуешь в тех... Что? Извините, можно вот, есть же, я думаю, здесь просто найдется либертарианец, который скажет, что голосовать имеет только право тот, кто платит налоги.
Вот как я вот с этим тезисом буду? Ну, я так и думаю. Да вот. Может, я оттаюсь далеко-далеко. Ну, даже, слушайте, ну, в Штатах есть куча людей, которые, вообще Штаты, да, изначально, да, создавать свободная страна, да, но вот в этой свободной стране, где люди носят оружие, которые имел там золотой стандарт, который не знал, что такое регулирование, что такое вообще там, не знаю, империя и так далее, бюрократия, вот это вполне себе создало то, что есть сейчас. И а кого вы называете людьми? Я имею в виду. Вы так вот к ранним Соединенным Штатам так обратились, вот, носят оружие, еще там что-то, еще что-то. Люди привыкли. С права голоса. А вот сколько, какой процент населения Соединенных Штатов, тех вот ранних, да, которые имели действительно право носить оружие, участвовать в выборах и прочее, прочее, прочее. И вот это хороший вопрос. Это подтверждает, что если бы дали бы всем голос, может, этой ситуации не было бы. Нет, когда дали всем голос, получили ту ситуацию, которая сейчас. Обама. Так, давайте мы уберем ту часть Америки, которая является типичным электоратом Обамы. Давайте посмотрим на другую часть электората. Что, они либертарианцы? Дело в том, что они не живут друг без друга. Эти два электората не на разных планетах, они в одной стране и участвуют в одних и тех же выборах. Правильно, но и даже президенты, которые стране... они выберут и для второй части населения тоже. В той стране, где идеи свободы были, наверное, самыми сильными, и даже в той части этой страны, где эти идеи до сих пор в каком-то виде сохраняются, там по-любому либертарианские идеи не популярны. По-любому голосуют за там республиканство, по-любому преподают креационизм. Юрия Казанцова нет, поэтому не упобьется. Да, но при этом там в тех же Соединенных Штатах большое количество некоммерческих организаций, как тоже какие-то институты, много других, которые еженедельно приносят в Конгресс свои там не деньги, а доклады, отчеты, что вот это вот не надо, давайте. Такая система сдержек противовесов несколько другими механизмами, да, и это тоже действенно, да, то есть в партии, может быть, действительно они не представлены, может быть, среди широкого населения эти деньги непопулярны, но все равно есть какие-то силы, пусть там такие либертарианские можно назвать, которые как-то влияют на этот процесс. Да, это достаточные явления. Это, то есть, это, ну, мы же видим, да, результат. Это временно, но всякое бывает. Я не думаю, что вот за Штатами теперь вот только путь Обамы. Нет, конечно. Нет, но... Гораздо дальше. Коллеги, можно к Грузии вернуться? У меня вопрос просто. Вопросом сейчас. Можно один вопрос, чтобы вернуть к Грузии. Если все пойдет там под гору, какое из достижений условных Саакашвили и его режима будет уничтожено последним? Что продержится дольше всего? Бастион последний. Мне кажется, очень сложно это ответить, потому что... Просто мы видим уже, что рушится первым там тоже. Я думаю, армия удержится до последнего. Ну, потому что она самая закрытая и самая недоступная для общества. Но на самом деле нет, просто все же очень взаимосвязано. Поэтому это сложно говорить, что... Антитраст, налоговый, трудовой кодекс и прочее, они всегда были очень уязвимы. Потому что это непосредственно то, что вот... людей касалось, да, то, что у них как бы отобрали вот эту защиту, которая у них раньше была, и она была еще уязвимой еще 5 лет назад, да, буквально сразу после реформы, там не очень сильно много поддержали, вот, но, например, там сказать, что полиция разрушится позднее, нельзя, потому что начнется разрушаться какие-то вот эти институциональные, как бы, связи новой бюрократии, которая работает по-новому, да, невозможно без этой вот, это как плесень, знаете, она будет, вот если будет проедать, она будет проедать все. Она невозможно где-то очень локально. Но я не думаю, вообще не надо рассуждать в таких терминах, давай. Что все рухнуло. Теперь писать книгу, почему не получилось, да? Уже пишут забито тем. Я даже уже написали, почему в Грузии не получилось. Я не знаю, кто-нибудь читал из вас. Я вот не читала. Ну, то есть я просмотрела такой реферат на троечку, на самом деле, с 500 экземплярами. Как раз у вашей рецензии прочитаешь, что есть такая книжка. Да? Но там, да, и, кстати, знаете, кто там этот вот, мне просто прислали эту книгу ознакомиться, ну, условно книга, и там очень-очень много ссылок, но человек ни разу не ездил в Грузию, ну, в общем, у него, конечно, задача была просто это написать, это другой разговор, и у него очень много ссылок, значит, ему надо же было откуда-то брать информацию, и знаете, на кого там есть ссылка? Ну, понятно. Угадайте. Латынина? Нет, вторая попытка. На Ройзмана?
Третья попытка. Его не забили. На Юру Полозова. Запишите, он обрадуется, мы ему скажем. Ой, так обрадуется, конечно. Ну, думать надо, прежде чем что-либо говорить. То есть он, конечно, то есть вот это его выступление на ленинских чтениях. Ну, оно вот... Ленинских. Как, нам не дано... Лебедевских. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Это вот действительно так. Вот, поэтому не думайте, во-первых, что все плохо. Все плохо быть не может. Все плохо быть не может. Не дождетесь того момента, когда что-то последнее будет рушиться. Невозможно. Максим. Ой, Дмитрий. У меня Дмитрий Максимов, у меня еще есть такой вопрос. Я не так хорошо знаю Грузию, как многие присутствующие здесь, и ее внутреннюю структуру, политику и так далее. У меня вопрос такой. Вопрос продолжения к вопросу Владимира, но более частного характера. В Грузии меня интересует судебная система. Создана ли она таким образом, то есть, чтобы защищать вот то, что сделал, то, что уже выстроено, то есть оставили Саакашвили с помощью этих реформ какую-то защиту в качестве судебной системы, да, чтобы вот как-то вот сохранить эту систему устойчивости или нет? Значит, такой хороший очень политолог в Грузии, Гела Васадзе, многим здесь, наверное, знакомый, в свое время говорил, предложил такой сценарий, сделал такую подачку, где-то написал в какой-то статье еще очень давно, что наиболее оптимальным сценарием для Саакашвили, чтобы вроде как остаться при делах, но при этом не нарушая Конституцию, это стать главой Конституционного суда. Да, то есть защищать вот именно то, что он был им создан, но при этом не баллотироваться нигде. И говорит, буквально там, через несколько месяцев после того, как он это где-то опубликовал, Саакашвили приезжал в Батуми, что-то рассказал про Конституционный суд, говорит, вот жаль мне никогда не поработать здесь. То есть такой как бы ответ фактически. Это действительно была жалость, но нет, конечно, рано говорить о том, что создана какая-то судебная система, которая защищает, потому что, ну, во-первых, это самая инерционная отрасль, я не знаю, как сказать, сфера, что-то. И то, что поменяли даже они одних судей на других, еще не значит, что они поменяли судебную реформу, судебную систему. Так что это еще очень далеко до идеала, а тем более, чтобы что-то там защищать. Вот, к сожалению, ну, особенно если сейчас новая власть приведет своих судей, то значит, будет это по-другому работать. То есть система самозащиты суда как независимой власти там не создана? Суда точно нет, но можно было предположить, что есть какие-то другие механизмы самозащиты, да, но на самом деле, даже когда вот в разговоре с теми людьми, кто эти реформы делал, они все равно говорят, что да, на данный момент, конечно, во многом держится все на фигурах, на личности конкретно того же Саакашвили. Ну, как в США, например, там Конституционный суд, он там, да, там невозможно сразу так изменить, невозможно, это по одному судье, очень долгая там, история. И вот на этом много держится. 2004 года. Чего невозможно, но по-любому менять. Ну, очень медленно, да, то есть да. Все равно вот эта инерция. Да, но для этого 200 лет надо было. Да. Да. А здесь 9. Нет, конечно, чудес не бывает. Да, и на самом деле то, что уже сейчас сделано, и то, что уже сейчас изменилось, и просто в сознании людей, что сейчас изменилось, это колоссально, это огромный прогресс на самом деле. Вот говорить о том, что сейчас все рухнет, что не рухнет, потому что уже очень много поменялось. Потому что уже выросли те люди, которые выросли в другой стране, которые думают по-другому, которые, ну, которым как бы вот многих вещей просто не могут понять. Вы знаете, по-другому. Можно, вот и противоречие. Можно маленький тезис, то, что вы говорите, выросли другие. Я вот тоже в России вырос как бы в другое время, но вот этот господин, который сидит наверху, он постепенно меняет. Вас? Да, он пытается каждый день пытается изменить не только меня, но и таких, как я. Нет, ну вас. То есть мои ровесники, я это вижу, это изменение. Меня, он ему сложно. Мне наоборот радикализировался резко против. Но мои ровесники, они вот так вот начинают меняться тоже, поворачиваться. Типа это все вот так. Так и нужно, так нормально, это и есть хорошо. То есть я вижу этот поворот, то есть, но они, именно потому что они не знают, у них нет этой памяти прошлого, потому что они просто не жили тогда, и они считают, что это нормально, идут по этой волне. Да? Нет, конечно, это то есть не произойдет то же самое в Грузии, как бы, из-за того, что они не знали, что вот гарантии, это приведет к этому, да, они будут так же идти. Вот даже студенты университета, созданные как и Бедукидзе, много из них голосовали за Ивинишвили. Да, вот казалось бы. То есть студенты, которые он вот сам выращивает, вкладывает в них те идеи, которые у него есть, которые, как бы, кажется, что самое... Как может вы быть... знаете это? Ну, он же технический, он же не экономический подход. Нет, вот именно, там разные люди. Нет, на самом деле он как бы вкладывает в общий вообще Откуда подход. Откуда вы знаете, что они голосовали за него?
Вы с ними конкретно общались? С некоторыми, да. А, понятно. Да. То есть, действительно, это как бы на вопрос, почему это происходит так, тут, ну или что произойдет потом, да, здесь нет однозначного ответа, это жизнь такая. А вот. Что они вам ответили, почему голосовали? Ну, на самом деле, пытки очень, вот это видео с пытками, очень много их изменило последнее. Вот, на, вот этих людей, не определившихся, очень много поменяло. А во-вторых, по молодежи... Плохо вот, учат в университете бендукидзе. Почему? Увидели пытки по телевизору и сразу. Неужели непонятно, что это смотрели? Технологии. Нет, это, во-первых, дело не только там в университете бендукидзе или в университете бендукидзе. Нет, на самом деле, это очень хороший показатель. Вот вам не показывали пытки, вам рассказывали, что человека до смерти изнасиловали, да, бутылкой из-под шампанского. Вы вышли на улицу? Нет. А там вышли. Потому что это показатель не очень хороший, потому что нас в 2000-х годах очень хорошо нам показывали, как в Чечне там поступают с российскими солдатами. И благодаря этим видео мы тоже пришли к тому, к чему мы сегодня пришли. Нет, это не просто. Просто таких случаев, как с этой бутылкой, это случилось тысячи в России. Да. Вот именно, это там вообще огромное количество на самом деле. Вот и с этим, когда только после этой бутылки начали скрываться те сами, только те случаи, что происходили в этом ОВД дальнем, там уже, знаете, год. Глаза на лоб, и до сих пор происходит, да. То есть, и это же никого не колышет. Ни вас, ни нас, ни меня, там, да, мы не предпринимаем, мы не говорим, как так? Для этих людей, вот на самом деле, это, ну как бы мне непривычно, что люди могут так воспринимать это. Люди, выросшие в другой стране, для них это недопустимо. Вот у меня в книге. Что они сделают для этого? Они такие же люди, как и мы. Там система другая. Да. О чем речь? Бытие определяется. Вы тоже говорили, что все люди везде одинаковые. Вы же говорите, тут же живете, а в другой стране эти люди будут по-другому. Нет, вот то же самое. Там система работает, здесь система не работает. Они создали. Они создали такую систему, в которой люди стали воспринимать, что это недопустимо. Слушайте, ну подождите, ну никто против Буша не устраивал революции, как отогадаете там Гуантанамо, там тоже там издевательство. Вопрос не в том, есть даже недавно эффект большой страны. У нас большая страна, их сколько здесь людей умирает, кто кого убивает. И это вырабатывается элементарно такой жесткий, как врачи, да, не очень любят, не сосадают, что больные, потому что это для них работа, это будни. А это маленькая страна, где все друг друга знают и говорят, вот это мой друг моего друга. И я не могу ему сказать, что я тебя не поддерживаю, что как я могу так сказать, что я тебя не поддерживаю, потому что он мой друг. И только это общественное мнение. Почему в Тбилиси не поддерживается, Саакашвили? Все друг друга знают, потому что они должны были знать, что в этой тюрьме происходит такое. Нет, вообще на самом деле там... То есть вы опять это противоречите самому себе. Нет, это не противоречие самому себе, это противоречивая такая сказать, ситуация. Все друг друга знают. Как можно скрыть такие массовые там пытки? Они не массовые, делать вид, о чем и речь. Хорошо. Нет, они не массовые, во-первых. Во-вторых, никто не делал вид. На самом деле, это вообще ситуация противоречивая. Если мы говорим чисто о пытках, это такой один непростой, сложный вопрос. Он не характеричен, да? Это изъян, но это не система. Это как бы недостаток, ну, то есть, как сказать... Это уже вот это не система, это исключение, да. И вопрос того, как реагировали на это, гораздо, на мой взгляд, гораздо важнее. То есть то, что власть сделала своим, опять-таки, реакцией, поведением на вот эту вот ошибку, для меня, например, гораздо больше сказала, чем то, что они делали до этого. То же самое, как вот реакция на эти выборы, но гораздо больше о них сказала, чем то, что они делали во время своей кампании предвыборной и так далее, да. Но это вот тем пыток, если хотите, мы можем... потом отдельно обсудить, но хорошо, если это говорить о том, что сводить это к размерам страны, что просто все друг друга знают, поэтому вышли. Другой пример, вот я даже в книге его написала, о том, что я просто сама присутствовала, я видела это. Нас было 5 человек, и друзья, грузины сидели, и одному позвонили, по-грузински поговорили, они, я не понимаю, и что-то какая-то такая движуха началась сразу, непонятно, что-то как-то все занервничали, очевидно. Я говорю, что произошло, подскажите. Я говорю, вот одного человека, которого я тоже знаю, ночью пришли к нему с автоматами и забрали, он сейчас в тюрьме. И опять дальше начинают от избытка чувств говорить по-грузински. И в какое-то время я ловлю себя на мысль, что надо же вообще кошмар, дикая страна, да, ну условно так, что ночью пришли с автоматами, нормальному парню, я его знаю, хороший человек, ну что. А они в это время, грузины, обсуждали, какой он дурак. Что он сделал что-то, точно сделал что-то не то, раз к нему пришли. Вот это вот показатель.
эти люди, они даже старше меня немножко, немного старше меня. У нас то же самое было, например, 10 назад, если кому-то пришли автоматы, простые люди подумают, что это преступник, они что-то совершил и так далее. Нет, я не думаю. У нас никогда не было такого отношения к полиции, что они определенно точно ищут преступника. 10 назад было такое отношение. Сейчас такое отношение к оппозиции, к тем, что 6 мая, очень есть такая... Даже среди оппозиции. Вот они дураки, то, что сразу там, не знаю, не сдались, не сбежали. Нет, это скорее они дураки, не то, что полиция делает, правильно? Даже среди оппозиции считают, что среди узников 6 мая есть виновные люди, так что о чем мы говорим? Нет, среди оппозиции люди... Нет, это скорее оценка их действий, а не оценка того, как... Понимаешь, вот у меня в сознании нет, я не могу допустить даже мысли о том, что полиция адекватно кому-то ночью пришла, забрала с автоматами, и он теперь в тюрьме. Этой мысли я в первую очередь не допускаю. Человек, который больше, чем я провел в той системе, той среде, в которой это нормально, он по-другому уже думал. Вот это показатель. Можно я вас верну назад немножко? Вы сказали, что вот, то есть власть как отреагировала, для вас важно, то есть все увидели, что там министра отправили в отставку, то есть, да, и вот эти студенты, с которых я начал вопрос, да, реплику дал, что они плохо учились, да, в этом плохо учат. Вот они же, почему они не увидели это, что отреагировали правильно, то есть и проголосовали? Нет, опять они же вам говорят, что мы голосовали за Иванишвили, потому что мы увидели не, вот не, это. Не только так, не надо тоже все... Это вы сказали. Нет, я сказал, что это было важный показатель, да, там они не определившиеся, часть не определившаяся. Где мозг, если у них важно показать? То есть они увидели, что идет какая-то политическая технология, да, если вы что-то не массово, значит, произошел случай, с ним разобрались, то есть... Логика человека, который поддерживает правильный как бы, курс, да, все правильно, все нормально. Нет, подожди, сказать, что... Невозможно сбить умного человека вот такой... Нет, подожди, сказать. Тут много вещей, да, давайте смотреть. В университете учат студентов. Нет. Там все умные. Во-первых, да, тоже показатель. Подождите, учат же не этому, учат не принятию политического решения, правильно? Учат каким-то другим дисциплинам. О том, что там сейчас этот университет считается одним из самых лучших, и туда идут больше процентов лучших студентов, да, как бы абитуриентов, это факт, да, то, что там действительно как бы вот это будущая элита. И несмотря на это, что среди этой элиты есть группа людей, которые голосуют за Иванишвили. Конечно, они голосуют не только потому, что вот они за неделю до выборов увидели эти видео, конечно, нет. Да, и часть из них, которые еще до сих пор спорны, вообще правдивы они или нет, или это фейк. Да, но есть ряд других факторов, которые повлияли на их решение. В первую очередь, это действительно как альтернатива, потому что уже надоело. Потому что действительно, на самом деле, власть, любая власть бюрократизируется, и власть Саакашвили вообще не идеальна. И ошибок они не наделали, там тоже миллион вагон и маленькую тележку. И это вполне естественно для них требовать изменений. И они молодые, горячие, может быть, не до конца понимающие вообще происходящего, хотя я не склонна считать, что они-то дураки, а вот мы-то все знаем. Да? Но просто это такой... способ их вот найти возможные дальнейшие какие-то изменения, того, что они не видят. То, что они делают ошибки, да, делают ошибки. Но то, что это не альтернатива, вот, ну, как бы для нас сторонних наблюдателей, это очевидно. Для них это попытка как-то вот продемонстрировать желание на изменение, на обновление. И, может быть, в принципе, логично предположить, что национальное движение этот вот посыл от общества поймет, трансформируется, видоизменится, и там или к следующим президентским, или к следующим парламентским выборам они могут уже прийти новые силы и опять победить. Да, можно более прозаичный вопрос. А не думаете, что это вообще не ошибка, в смысле с пытками, а просто провокация? Это было сделано специально. Специально, конечно. Нет. Потому что, простите, снять, даже если такие случаи бывали, то вероятность того, что их кто-то, так сказать, умудрился снять вот такой в реале на видео. Ну, смотрите, да, это. Нет, ни для кого нет. Это не постановочка, простите, кадр. Значит, там несколько видео. Насчет одного вроде бы есть уверенность, что это реально, насчет другого, что это фейк, подделка. Это было снято полгода назад. Это тоже всем известно. Человек, который это снимал, в Грузии не живет, уехал, попросил политического верующего в другой стране. То, что это элемент политической игры, вне всякого сомнения. То, что оно основывалось на том, что реально происходило, тоже да. То, что это не происходило массово, иначе после этого случая посыпались бы и другие, вне всякого сомнения.
Да, но то, что основания у этого, да, были. Ну, потому что, как бы, как сказать, не стоит идеализировать. Борьба с ворами в законе – это не очень чистое дело. И, конечно, вот это тот факт, то, что за одно признание уже… Но оно не совсем так тоже, на самом деле, потому что все знали, кто вор в законе. И во время нашей варнации, и после, это и у нас все в России знают. Те, кому надо, все знают. Да, другое дело, с какими способами начать с ними бороться, если есть желание с ними бороться. Наверное, то есть, как, знаете, вообще все, что происходило в Грузии во время реформ, это баланс между скоростью и результатом. И не всегда он, вот эта дихотомия была, как сказать, корректно выразиться, не всегда легально проходила. Например, вот и случай сейчас Transparency International в Грузии занимаются такими случаями отбора собственности. Говорят, что есть какое-то село, которое все заставили, значит, все село, власти заставили отдать в дар одному там кандидату, который, кстати, на выборах принимал участие, баллотировался, отдать в дар собственность, значит, землю. Подождите, ну это невозможно. Ну, человек, надо же на чем-то жить, где-то жить, что-то иметь, он же не может отдать в дар и все. А вот Transparency International всерьез, значит, этим занимается. И действительно есть такие документы, да? Но надо все-таки отдать себе отчет, что происходит, как оно происходит. Надо было быстрее сделать какой-то государственный проект инфраструктурный. И вот эти вот все согласования, бюрократия, они говорят, слушай, нет, давайте быстрее. Дайте вы нам в дар, а мы вам, значит, другой участок. Хорошо, ладно, но это два разных документа. В нормальной стране, в нормальной вообще-то логике, это не делается. Не, ну там как, ну, а назови страну, где проводятся какие-то государственные инфраструктурные проекты без выкупа собственности. Это не значит, что это правильно, если где так нет. Нет, что значит правильно? Подожди. Ларис совершенно правильное слово сказал, выкуп. Нет, то, что оно нигде... По какой цене? Нет, а никто не скажет, что ты даешь ему, ни один человек не скажет тебе, что... Ту компенсацию, которую ты ему даешь, она как бы все тебе компенсирует. Ни один человек не станет согласен с этим. Ясно. Дело не в этом. Момент, когда компенсация фиксирована законом. Она принудительное изъятие с компенсацией. То, что, вот, например, происходило в Грузии, даже там часть земель было продано за какие-то колоссальные, гигантские суммы. Вот люди там считали, что за такие деньги во Франции ты не купишь виноградник. Вот по квадратный метр земли там, что там, чем-то меряется. Да? Гектарами. Ну, там, сотками, акрами, да. Потому что это тоже политически такой непростой момент. И им давали гораздо выше рыночной стоимости деньги этим людям. Более того, например, в каких-то моментах, когда, например, реставрировали улицы, и людям бесплатно фактически обновляли их дом, внешние крыши, там все, кому-то даже внутри ремонт делали. Да? То есть это не надо там все сводить только там. Но просто я к тому, что когда есть какая-то идея, давайте-ка быстренько все сделаем, вот это вот быстренько у них не всегда юридически грамотно выстроено было. У них всегда скорость шла впереди. То же самое, как вот был сейчас, значит, резиденция президента стоит на горе. А внизу сделали такой большой парк, там сейчас будет открываться оперный комплекс. И, в общем, много-много всего там. Дорогу пустили понизу, раньше она здесь проходила мимо. А раньше под этой горой, вот на месте этого парка, было много таких ресторанов, которые в свое время возникли как грибы после дождя во время Шеварнадзе, без всяких там лицензий на то и так далее, и так далее. И когда... Ну, очевидно, что в центре города это быть не может. Там немножко некрасиво это выглядело и как-то неправильно. Очевидно. Не цивилизованно. Кац сказал бы очевидно. Не, вот именно, что нам-то кажется, что пусть бизнес там будет, а им вот хочется как-то цивилизации, чтобы
знаете, как-то за 10 лет в раз и страна бы стала европейской, а не постсоветской. Ну то им это кому? Людям или правителям? Или владельцам ресторана? Нет, владельцам ресторана, конечно, нет. Ну то есть как? Ну то есть как, конечно, нет. Вот. И к ним как бы пришли и сказали, давайте, договариваться. Ну нормально, условно, на самом деле. Деньги там, что, как. Но у них-то даже документов никаких нет, подтверждающих это. Потому что в свое время они туда пришли просто вот, ну, как это? Да. Ну, кому надо, занесли. Фактически, да. То есть у них не было даже законных оснований что-то требовать. Они сказали, давайте, отдаете нам здесь, мы там либо вам землями, либо кому-то деньгами. И вот эта договоренность, они тоже не совсем легальны. Ну, то есть как, это не коррупция, да, но, наверное, в каких-то там западноевропейских странах надо было бы там все прописать, записать, кто куда, кому и что. Здесь это так не делалось. И сейчас у тех, у кого фактически как бы отобрали, у них есть основания сказать, подождите, но у нас власть это отобрала наш бизнес. Но если ты посмотришь на это вот как бы не узко, да, не точечно так, а вот вообще что произошло, ну, как бы очевидно, что все-таки не все так. Что власть навела порядок. Ну это не то, что навела порядок. Ну, как бы, ну, в принципе, отчасти, наверное, да, они попытались все вот как-то сказать. Вот это фактически то, что они делали там во время налоговой реформы. Сказали, что вот все, что до 2004 года, все, забирайте, сжигайте, делайте что угодно, мы этим не интересуемся. Они попытались это сделать везде. Но это просто не везде так можно быстро вот так вот все изменить, как хотелось бы. А им-то, конечно, хотелось. Они хотят взять и перепрыгнуть. Они берут там и реставрируют целыми городами, там, Сванетию, Мцхету, там, куда есть сейчас выстрелить. Все красиво, чудесно. Вот я, например, думаю, что это больше, конечно, экономические последствия больше негативных, чем позитивных. Но им вот хочется, пока у нас есть возможность, пока у нас есть время сделать. Да. Мы вот сейчас вот подогоним страну, но мы хотим жить в другой стране. Мы сейчас чуть-чуть подгоним, поторопим, и будет все хорошо. Ну так оно, конечно, не бывает. Ты поэтому потом и проголосовал против. Да, не, на самом деле, все те места, вот кроме вот этих, как это, этнических вот этих меньшинств, особенно там вот в Ахалцехе, они сейчас выстроили, да, крепость прям с нуля построена, ну там она была исторически, город сделали, вообще конфетка. Там проголосовали да, а все остальные, вот тоже Батуми, другие места, все против. И вот казалось бы, ну как, ну подождите, ну даже это же вам в первую очередь хорошо должно быть. Вы должны говорить спасибо. Но вот я как раз за неделю, меньше за пару дней до выборов была в Батуми. Стояла женщина местная в аэропорту и с ней разговаривала, значит, вот русский человек. Говорит, а вы за кого будете голосовать? Нет, ну конечно не за Мишу. А почему? Ну Мишу никто не любит. Подождите, ну вот посмотрите, что у вас там за окном, весь Батуми другой, да? Посмотрите порт, сколько там приходит кораблей, вот эти краны стоят. Он говорит, не, ну и без Миши бы это было. Не, зачем нам Миша? Ну а здесь еще маленькую ремарку. Здесь во всех этих строительствах и так далее, все пошли за вас в одну вещь. Это очень, очень часто напоминало, что это большая игрушка. Ну, да. Потому что неизбежная ситуация, когда ты достигаешь успеха, сказать, что я правда умнее, я правда выведу ребят в Европу. Я сейчас из этой страны, вот этот развалин, сделаю красивый город, красивые дороги, я потом на, ну или там эти вот эти там, гонки на машинах по дорогам. Ну, как бы это смешно. Ну, дорога, если ты понимаешь, это очень важная вещь, ты выполняешь какой-то долг перед страной, там, перед своими там, близкими и так далее, построил и счастье себе, да, ну, фактически, вот это просто превращалось в такое вот хобби. Сейчас я вот Батуми построил, не так. Ну, Батуми это же старый город, как надо переделать, а вот если мы с нуля построим город. Не, ну на самом деле ведь много экономических плюсов все-таки. Да это же это несомненно, но в этом есть проблема, когда ты что-то делаешь сверху, ты можешь найти этому кучу обоснований, почему это классно, почему это всем будет хорошо, но люди-то по-другому это воспринимают. Смотри, дельта плана много. Да, да, да. Ну, стая сверху. Да, и реальность, а люди здесь это видят по-другому. Да, я думаю, что, не, ну что, говорю, зачем нам, это же все туристам, это же все на показ, нам-то ничего не делается. Подожди, ну вы по дорогам этим ездите, не, ну это же все не для нас. Такая. Ну, то есть получается, что вот эта вот реформа, часть реформы, они как бы людей в них не заинтересовали. Не, ну это все-таки реформы дело-то. Тут не то, что скорее скорость, а скорее. Здесь на самом деле очень много всего. Да? Вот это вот, последствия
отрицательная вот эта излишняя скорость, она, конечно, сказывается. Это вот проблема коммуникации, то, что не объяснили вовремя, не рассказали, не показали все как. Хотя в свое время они думали, что вот наоборот лучше мы меньше будем рассказывать, объяснять. Мы сейчас сделаем, они сами увидят и все поймут. Пока мы будем объяснять, вот эти все споры, разговоры, мы оттянем, время уйдет и так далее, и так далее. Это было правильно. Да. Если бы они объяснили, ничего, ничего бы не было. Ничего не было. На самом деле это палка о двух концах. То есть это понятно, что нельзя было делать в начале вот эти долгие объяснения, но понятно, что это вот то, что сейчас происходит, это результат отсутствия этих объяснений. Но в принципе, наверное, если так подумать, что, конечно, вот этот сценарий, он лучше, чем если бы они объясняли в начале. Потому что сейчас у них есть возможность сказать, хорошо, ребята выбрали, проголосовали за этого, давайте посмотрим, как он себя поведет, а потом все, конечно, будет, если будет плохо, то они вернутся снова и скажут, ну давайте теперь начнем работать, что тоже возможно. А если бы они там вначале начали бы обсуждать, ничего бы этого бы и не было. По крайней мере, с точки зрения объяснений, у них был шанс, например, во время предвыборной кампании, пока мне объяснять. Но они даже этого. Пусть там плюс популизму, все-таки не было явных попыток действительно донести до граждан. Вот я читала интервью глава Горби, этот институт по исследованию общественного мнения. И глава этого, значит, вполне довольно адекватный, серьезный человек в возрасте. И говорит, ну я же не должен быть благодарен Мише за то, что полиция ищет, значит, воров, а, значит, чиновники не берут взятки. Это естественно. Да, это естественно, но этого не было. То есть никто, конечно, не говорит, что надо будет быть благодарным. Да, вообще, на самом деле, это неправильно, конечно. Но можно отдавать себе отчет, что да, при этой власти произошло это, и давайте это оценим. Это вот действительно нет. Но мне кажется, это, ну, это правильно. В принципе, для населения, для общества это правильно. Потому что власть действительно должна вот работать и не требовать от себя, ну, давайте их хвалить. То же самое я вот когда разговаривала, женщина, она была министром по экономике в свое время, потом главой администрации президента. И она говорит, вот мы когда там продавали как-то водоснабжение в Тбилиси, мы вот, это была дилемма, потому что никто не мог понять, как это можно продать. Да, ну воду хотите, давайте, значит, чтобы она вот, хотите, чтобы в домах была вода, давайте нам типа отдайте это, мы решим, мы продадим, найдем компанию, которая этим будет заниматься. И вот объяснять это было вообще невозможно, не понимали просто люди. Да? То же самое там объяснять, как можно продать электрораспределительную компанию. Нет, есть какие-то вещи, которые в принципе объяснять не надо, надо просто делать. Ну да, нет, да. Смысл не в том, что объяснять до, как раз таки, когда, если есть уже положительные результаты, то показать жителям, потенциальным избирателям, взаимосвязь между реформами и результатом. Ну, или это без шансов? Очень большой спор. Да. Насчет, вот, можно ли продавать землю иностранцам или нет. Вот человеку, как раз правило было речь о приватизации там, четверти железных дорог. Куча людей говорит, ну как же можно, а если армяне купят, не дай бог. Как будто после этого дорога испарится, там, я не знаю, там вот 10 вражеской армии высадится отвелись. Ну то есть, да вот, ну ничего не сделаешь. Ну, а если мы продали железную дорогу, потом. Говорит, ну ничего, сейчас не будет, но сейчас скоро начнется, вот еще немножко. Человек говорит, не поймет, он не поймет после. Я в этом смысле считаю, что не надо ничего объяснять, бессмысленно объяснять. Нет, либо делаешь, и потом ты обставляешь это популистскими, красивыми, легко перевариваемыми идеями, либо как бы проигрываешь выборы потом. После, ну, шанс, что придет человек, извините, шанс, что придет человек, который умный, образованный, честный, хочет делать реформы, и потом понимает, что он врет только потому, чтобы делать дальше реформы, ну, это ничтожный шанс, да, не, и так не происходит, вероятность да. Это так не происходит, потом политические кампании вообще не строят на объяснение того, что они сделали, да, вообще политическая кампания это на будущее, то, что вот мы сделаем то. И, в принципе, вот этих популистских лозунгов больше, конечно, было и в Ганишвили, и большая часть, конечно, именно взаимодействия с Россией, мне кажется, тоже очень сыграла свою роль, что он стал такой фигурой, которая скажет, вот я приду, и мы наладим, а у Саакашвили у них нет возможности так формулировать, да, потому что дали понять. Я даже, да, у вас будет российский рынок, да, вот ассоциация будет грузин, да. Грузин, много-много винограда, все наши мандариновые деды. А Саакашвили так не может сказать, в принципе, у него все, у него эту почву выбили из-под ног, он не может так говорить. Коллеги, значит, я прошу сосредоточиться. Последние 2, 3, 4 вопроса экспертов, и мы закругляемся, уже 10 часов. Можно
Да, мне кажется, что мы здесь немножко не допоняем, что вот так женщина, которая говорила, что без Миши это все бы было, мне кажется, она права. Просто мы немножко с разных позиций, так сказать, мы все сравниваем с тем, что было до, а она-то, видимо, сравнивает с тем, что должно быть. Потому что ведь на самом деле все это наведение Марафета с понтом европейского, так, оно ведь, насколько я понимаю, делается за счет бюджета. А ведь если бы вместо этого просто элементарно либо снизить налоги, так, и дать возможность людям самим тратить свои деньги на благоустройство собственного города, то, в общем, то же самое было бы гораздо лучше и, так сказать, и так, как удобно даже жить. Даже проще, если бы не тратить на это деньги, конечно. И просто давать людям, говорят, вот тебе субсидия. Вот нет, тебе, зачем вот субсидия, наоборот, меньше отбирают. Не, на самом деле я с вами абсолютно согласна, да, но только это требует больше времени. А они хотели перепрыгнуть, они хотели сказать, вот давайте мы сделаем это за 5 лет, вот за 5 лет будем в Европе. Это была ошибка, да, на самом деле. Так, я тоже с вами согласна, что действительно более эффективно, экономически оправданно это. Еще вопрос. Да, Евгений, гражданин Соединенных Штатов, сторонник Рейгана, БТУ любитель халявы. Затронули вопрос о взаимоотношении с Россией. Как-то может повлиять нынешнее изменение на ситуацию с Абхазией и Южной Осетией? Об этом ни слова пока не было сказано. И второй у меня будет вопрос. Да, значит, смотрите, конечно, даже Иванишвили все-таки не такой отвязанный, чтобы сказать, что мы, значит, сдадимся. Конечно, это он признает, что это та территория, Грузия, они должны быть возвращены, но это вопрос не сегодняшнего дня. Он предпочитает как бы растянуть это, найти точки соприкосновения, взаимодействия, возможно, в других отраслях, а это пока оставить, что типа рано или поздно мы к этому вернемся, но пока точно не сейчас. Но на самом деле все не так просто, потому что когда он только вот возник год назад, он сделал такие заявления, которые в принципе человек просто вот грузин не может, на мой взгляд, произносить. Он сказал о том, что, значит, это Саакашвили начал войну, Саакашвили напал на эти территории, и, значит, вот это тот результат, который вот он заслуженно получил. Да? То есть неважно, как ты относишься к Саакашвили, неважно, кто начал войну или нет, если ты признаешь, что да, вот правильно как бы тебя забрать территории, ну это вообще немыслимо произнести там. И как после этого он еще остался на плаву, это вообще большая заслуга, на самом деле, для него, как для политики. Но сейчас он, знаете, опять с позиции отдает, да, он говорит, что нет, это вот, это вроде как наше, давайте пытаться это вернуть, но не сейчас. Но здесь же какая вещь? Здесь не это взаимодействие с Россией, возможно, не благодаря изменению в грузинской стороне, а благодаря изменению с российской стороны. Да? Если российское руководство четко дало понять, что Саакашвили не взаимодействует, вот если они скажут, что с Иванишвили будут, значит будут. То есть это не в фигуре Иванишвили дело. Да? Неважно, там агент, не агент, российский стан, не российский, неважно. Это не от него будет зависеть. Это будет зависеть только от российской стороны. Предполагать, что сейчас вдруг они хотят это как-то менять, не думаю. Скорее они будут пытаться прогибать Иванишвили. В принципе, у них это будет получаться, наверное, то, как он это себя позиционирует. А чем этот прогиб закончится? То есть признают... Нет, он никогда не признан, но все-таки нет. Сейчас уже это практическое самоубийство. Да, в ранге премьер-министра точно это невозможно. Нет, никогда никто не признает. Ну, 20% территории, это важно. Ну, то есть максимум это установление прямых дипломатических... Да, максимум. Вот Буржанадзе же еще в 2009 году, когда они устраивали эти... Значит, митинги бессрочные в центре столицы с требованием того, чтобы Саакашвили уходил в отставку, она в этот же момент ездила на поклон к Путину сюда, в Москву. Приезжала и вела какие-то переговоры. Ну, собственно, она после этого, правда, стала политическим трупом, и процента никакого нету, рейтинга никакого нету, но то, что вот попытка наладить, как бы, ну ладно, давайте мы сделаем вид, что мы не заметили, что вы у нас отняли территорию. Ну вот это условно вот такое. Знаете, я читаю сейчас книжку Буковского, он там написал, описывал, значит, свои юношеские детские воспоминания, когда они жили в коммунальной квартире, и что его бабушка стеснялась выходить на кухню, когда соседи стирали украденные у них простыни. Вот это, наверное, фактически такой же момент, что ну, мы сделаем вид, что мы не заметили, что у нас отобрали. Поговорим с вами о том, как вернуть рынок, как там. Ну, это уже стокгольмский синдром. Да. Не, не стокгольмский синдром, прогиб. Второй вопрос. Знаете, просто это, люди просто договорятся тогда, когда хотят договариваться. Да? Вот, то есть ситуация, когда
есть такой шанс, как был на Кипре, да, когда, собственно говоря, сербики вот и захотели объединяться, а южные уже сказали, что нет, не хотим. Извините, да, но мы уже очень намного богаче, чем вы, и вот наша обуза в вашем лице нам не нужна. Такой шанс есть, но, конечно, это далековато еще в любом случае, да. И это, во-первых. А во-вторых, это, ну, надо понимать, что для себя нужно договариваться. Если одна страна не хочет договариваться или находится в такой ситуации, в которой любая договоренность, это будет там потеря там, лица и так далее. Ну, то есть просто представь себе на месте Путина, как он может прийти и сказать, ну ладно, вот мы признали, а сейчас ну, передумали. Да, ну, вот это тоже не признали. Вот это не, должен быть какой-то механизм, когда скажут, ну мы признали, конечно, вот они сами хотели, а сейчас они придумали. Поэтому мы как-то не против, не вмешиваемся. Мы хотим простой, вывести войска и все. Остальное решится более-менее автоматически. Ну, вот любое решение, которое де-факто приведет к сдаче со стороны России Абхазии, это будет означать, что нравится, как ты это делаешь. Все же прекрасно понимают, да? Все же прекрасно понимают, это будет откат назад. Как заставить человека сказать, что я был неправ, и тем более, что человек, который абсолютно уверен, что он прав, очевидным образом. Поэтому нет желания с одной стороны договариваться, это не будет. Это сторона, которая не хочет договариваться, она явно более сильная сторона. Поэтому как заставить этого человека переговоры вести? Иванишвили, не Иванишвили, какая разница? Второй вопрос у меня по поводу изменений, которые могут произойти. Некоторые из них могут стать необратимыми в худшую сторону. В этом смысле меня волнуют два момента. Это вот возможное возвращение воров в законе, а с ними понятий, по которым люди живут вместо жизни по закону. И второе, проиграв выборы, Саакашвили или там партия, сохранили выборы. Нет ли возможности новым, вновь пришедшим людям изменить ситуацию так, чтобы будет как в России и в Беларуси, что выборов уже не будет. Вот. И в этом смысле я не оптимист, по-моему, очень даже может быть. Я считаю, что шанс такой очевидный в этом есть, но, например, хотя бы тот факт, что там год Саакашвили у власти, да, если это будет какое-то радикальное изменение, то всегда можно представить себе, что он увольняет черту министра МВД, там, обороны, которую он может сам назначать. И ситуация меняется. Но это фактически, вот в этой ситуации есть некоторые мини-революции, неизвестно, чего это все хочется, но рычаг какой-то есть. И понятно, что и, зная, что этот рычаг существует, он, его наличие, да, будет сдерживать от каких-то радикальных вещей в начале. А потом, кто его знает, но пойти, шанс есть, что этого не произойдет. Ну, мне кажется, шанс есть, что этого не произойдет, потому что в Инишвили просто нет такой возможности настолько узурпировать власть, насколько это было у Путина. За Путиным есть система, за Иванишвили нет никого. Знаете, и выборы России потерял не при Путине, а при Ельцине. Ну, а вот здесь выборы уже есть, так что мы этот в Грузии этот момент прошла. Выборы произошли, выборы как выборы. Точка, да? Теперь вопрос, есть ли достаточно вот этих возможностей настолько, значит, наплевать на все процедуры у этого человека. Мне кажется, нет, но просто да, нет этих. Россия в этом Беларусь лучший пример, чем Россия. Вот Россия нет, Россия как подпорка для действий Иванишвили. Ну, любая подпорка от России напрямую означает политическую смерть Иванишвили. Не, ну там не совсем прям так, потому что. Тут лучше на Беларусь действительно смотреть, потому что Лукашенко тоже был человек из оппозиции, так же, как Иванишвили прощадший. А в России, собственно говоря, власть не менялась так, столько лет. Оппозиция не приходила к власти. Ну, можно и так. А потом все-таки нет, это не то, что потому что есть очень большое количество людей, даже сторонников Саакашвили, которые хотят нормализации с Россией, что вполне естественно, да. Партнер, сосед, исторически близкая страна и так далее, и вот эта ностальгия, как бы все было хорошо. Это все понятно, вопрос в другом. А Грузия, ну, нынешнее поколение, там, ближайшее, это молодое поколение, да, никогда не признает самостоятельность Южной Осетии и Абхазии. Даже если оттуда будут выведены российские войска, там будет просто Южная Осетия и просто Абхазия. Нет, этого точно не будет. Потому что вот. Но, с другой стороны, надо не забывать, что есть и Абхазы, и Южные Осетины, которые, в принципе, сами же избирают, у них смена власти тоже происходит, и как бы они не очень рвутся в Грузию. Ну, вообще, нельзя, Южная Осетия совсем не то же самое, что Абхазия. Да. Ну, это да. Потому что, в конце концов, Осетин очень много в Грузии, и вот это, там нет откровенной никакой вражды между Осетинами, и грузин очень много, вроде как Абхазии живет.
А вот с абхазами совсем другая подноготная, да, и вот это, в принципе, вражда, которая сейчас, она, вообще была и до. Ну да, и я, например, у меня половина ранее с Сухум, я, собственно, был, когда война началась, я там росли по правилу, когда ребенком еще был. И это было не в 93-м году началось, и не в 92-м, и не в 91-м, и так далее. И в этом больше идея. В Южной Осетии это вообще бредовая ситуация, по сути дела. Да? Там конфликт вообще ни на чем, без всякой идеи, смысла, цели и так далее. Вот. С Абхазией совсем другая ситуация. Но как бы здесь же вопрос не в том стоит, что хотят абхазы, что хотят. По сути дела, конечно, вот если так глобально, неважно, как страна называется, да, главное, что вот если предположим, что там у своих главные права, там, да, там все там пришли, там, сели, у них там какие-то есть там, у тебя есть право не потому, что там абхазы, а потому что кто-то на севере жили, да. И как бы вот эта идея, почему же теоретически, как это в Грузии, что теоретически можно это делать так. Признаем независимость, но возвращаем всех беженцев. Но это будет, это на это не пойдет, потому что только в 90-е будет референдум, после которого Абхазия войдет в состав Грузии, потом вернется, если большинство окажется Грузии. Но вообще для расчет Абхазии очень простой. Какое-никакое поколение меняет. Вот я, мое поколение еще помнит Абхазию, а мои дети уже не будут это помнить. И есть шанс, что там теоретически какое-то во время какой-то торга это будет как-то сломать. У нас есть на самом деле. Ну, в конце концов, Германия живет без Пруссии и живет как-то. Вот. Куда уж более немецкая земля, чем Пруссия, но как-то ее нет в Германии. Не, ну Абхазия не сможет существовать вне России и Грузии. Если она, Россия от нее как бы отстанет, то у нее единственный вариант если Грузия. Она же не будет самостоятельно. Почему Абхазия? Абхазия сможет вполне считать независимостью. Абхазия, это конечный результат, он не всегда важен в политическом торге. Ведь можно войска не вывести, а диалог начать. Можно, и, будет, так и это будет как раз вот той уступкой, которая устроит обе стороны и даст возможность наладить отношения. Все можно, если хочешь, все можно. Да. Если есть желание, договаривайся. Коллеги, последние два вопроса, пожалуйста. Может быть, не совсем о реформах. По-моему, это факт, то, что Грузия довольно-таки религиозная страна, и мне кажется, там уровень доверия к католикосу, по-моему, 95%. Как, я сейчас не оцениваю, хорошо или плохо, каким образом религиозные структуры никак не пересекаются с политическим процессом, просто это в пику тому, что происходит в России. Каким образом такое массовое доверие к религиозному, к религиозной личности, к лидеру религиозной организации не выплескивается на то, что лидер религиозной организации начинает играть роль в политике и в выборах. Ни разу, не помню, не всплывало сейчас в политической борьбе как-то религиозные чувства. То есть это одна сторона жизни, а политика другая. Ну, не совсем так, на самом деле. Все они вышли из одних душ. Что наш, что их. И там это тоже знают. И участвуют, конечно, в политике именно в силу того, что авторитет у него очень большой. И, например, он католикосу говорил о поддержке Ваничурии. А в свое время, когда была налоговая реформа, он как-то даже поддерживал налоговую реформу. Были такие заявления, когда он говорил, что да, ну вот предпринимателям надо дать свободно дышать, что-то такое. То есть не так сильно это переплетено, то есть это не идет такое как бы подчинение одной структуре другой, не всякого сомнения, то, что оно присутствует именно и как политический игрок тоже, это да. Почему такой большой процент? Это ну, во многом просто традиционность, а во многом другая половина это мода. Что молодые люди, которые это вот там как-то модно быть религиозным. Это, да, это абсолютно неустойчивая вещь, потому что, знаете, религии все очень много фанатиков, да, но то есть, может, религиозные войны, обычно две армии, сражающиеся за Бога своего, да, они не сражаются до смерти. Кто-то проигравший, он обычно отступает. Хотя логично было бы, если ты сражаешься за Бога, умирать до последнего, да, может, и в рай попадешь. Но вот история показывает, что на самом деле все религиозные войны заканчиваются тем, что там кто-то говорит, ладно, сдаюсь. Да, там, вот. И религия это не тот инструмент, который в конечном итоге двигает людьми. И авторитет, вот возьмем Кирилла и Алексея, да, вот авторитет Алексея явно был больше, хотя да, никто не сомневается, что он не меньше был там приобретен с властью, чем Кирилл. Просто авторитет завоевывается действиями конкретными. Да? Соответственно, в Грузии патриарх такой, который завоевал авторитет. Но если бы он напрямую пошел бы в политику, напрямую делал бы то же самое, что делал там Кирилл условно, да, ну, не было бы авторитета. Ну, поэтому
Религия это не такой важный фактор. Фактически это не самое главное. Не вот даже какой-нибудь бюрани, да, это всего лишь инструмент, по большому счету, не то, что двигает людьми. Это личный фактор после этого человека, что вот он так себя сейчас ведет. Да, будет другой подряд, ничего неизвестно, чем закончится. Андрей. У меня вопрос про Госдеп. Вы сказали про позицию Запада, как бы во время предвыборной кампании сейчас в дальнейшем будет, может быть, увеличит сейчас помощь зарубежных стран различных, чтобы помощь Грузии и Иванишвили. Как они вообще, как позиции? Им больше удобен Иванишвили или нет? Евросоюзу, Штатам? То есть, может быть, они ему реально дадут больше кредиты или заимствования государственные на его проект? Ну да, на самом деле, как бы нехватки кредитов и заимствований не было никогда. Ну, тут то есть они не сталкивались. Ну да, но они не сталкивались с тем, что вот как бы им надо, а им не дают, потому что Саакашвили. Нет, такого не было. Но то, что на самом деле Западу все равно, по большому счету, Саакашвили или Иванишвили. Западу очень понравилось, что произошли выборы, что произошла мирная передача власти, и они первыми поспешили поздравить Иванишвили с победой. И все теперь там послы или какие-то представители, они встречаются и с Иванишвили, и с Саакашвили сейчас. Вот, то есть там последние новости только такие, там посол Турции встретился с Саакашвили, потом с Иванишвили. Там МВФ позвонил тому-то и там вот, обсудили то-то и то-то. То есть, как бы, ну, для Запада, что вполне естественно, да, но это ваши личные дела, там разбирайтесь, что хорошо и что плохо, мы будем сотрудничать, если вот. Это человек адекватный для сотрудничества. Ну, европейцы же просили на антимонопольную службу и трудовой кодекс поменять. Не поменяют. Им это понравилось. А на самом деле, что касается европейской, такой западной интеграции, и Иванишвили, все-таки нет противоречий с тем, что делать Саакашвили. Нет, ну это я знаю. Да, так что это всем сторонам, это, ну то есть для Запада точно нет никакого противоречия продолжать сотрудничать с Грузией, но теперь вот в лице Иванишвили. Я, может быть, тогда последний вопрос. Как вы думаете, тут очень многие прошли через школы в Грузии и так далее. Вот со смены власти эти школы будут продолжаться? Или ну, школы это делает Бендукидзе, это от власти никак не никакого. Ну, а вдруг решат, что... На Украине же... Нет, но только если власти сделают так, что российские граждане не смогут посещать Грузию, да, то это единственная будет преграда, почему это невозможно. Но это никак нет, они прикроют у него Бендукидзе. Какая разница, но деньги-то у него останутся. Вытеснят его из страны. Вытеснят из страны? Ну хорошо, будут в Украине, да, какая разница, да? Не, ну это как... Молдавия. Ну, не думаю, но можно попробовать. Вопрос вытеснения, это вопрос решительности. Нет, потом, знаешь, как бы невозможно вытесниться Бендукидзе, потому что он не в правительстве. Он гражданин этой страны, как его можно вытеснить? Ну, ладно, он ладно, просто ладно. Тяжелый такой. Вытеснить можно. Вопрос. Из России же. Как ударить? Из России не вытеснял. Он сам уехал. Не, на самом деле он уже продавал бизнес свой до того, как он поехал в Грузию. Он уже отходил от дел, и это не было связано с Грузией. Так совпало, что в Грузию он попал, и он именно согласился на эту позицию тогда, когда у него были относительно развязаны руки, что он не был связан с этим бизнесом. Нет такого, что его вытеснили из России. Вытеснить можно, потом вскроют нарушение приватизации. Можно, груза, можно, но зачем же? Вот как зачем им вытеснять Бендукидзе? Ну что? К сожалению, люди в политике, в том числе, принимают не всегда рациональные решения. Просто не нравится. Тогда можно обсудить, да, ну можно тогда обсудить, что будет, если они заставят всех надеть паранджу. Может же быть. Это все-таки разные вещи разные. Нет, это то же самое. Но это как бы из области фантастики. Ну давайте потеоретизируем, что будет, если там. Если вы только будете, да, вот вы растете. Можно выделить. Пока да, особо в принципе нет. Если бы это был какой-нибудь там главный источник финансирования, там какое-то действие против Иванишвили, там что-то такое, тогда можно было так. Либо это прибавило электората бы ему. Да, он достаточно пассивный, непопулярный в массе народа человек, который немножко смысл на него что-то там. Можно мне сказать? Так, я хочу поблагодарить от лица всех присутствующих наших экспертов Ларису Александру за очень интересное выступление. И как бы завершаю наше мероприятие. Всем спасибо.